Skyres Mage, Драгонус. Драгонус — это искусный колдун, который имеет мистическое происхождение. Он примкнул к Sentinel еще во время войны. Об этом герое ходят легенды, и по слухам, он произошел из древнего рода кровожадных эльфов, которые обладали невероятным искусством в мире магии. Его знания и опыт позволяют навсегда заблокировать любую другую магию. Вспышка, которую он использует, испепеляет противника за несколько секунд. За долгие годы он обрел уважение среди союзников. Пойти Абадона подушим еще. Уф. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, щит. Ой, ну точно на вставочку можно будет сделать. Эту тычку я должен пережить. Не пережил. Нифига, он под траксой жестко душит. Ай, джи-джи. Он просто сплит. Они просто нас двоим с Тинкером будут сплитить, и все. Это вся игра будет такая. Так, Тинкер. Ха-ха, найс, я Хекс успел быстрее направить. Драться с руки. Хорош. Драться с руки. Драться с руки. Вот здесь подконтрить. Драться с руки. И это что за лютая катка? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенац, и сегодня у нас новый гайд. Но по традиции мы, конечно же, начинаем этот гайд с обзора вот этих ребят. Спасибо вам, друзья, за спонсорку. Братцы, от души вам, от души. Помогаете просто реализоваться, конечно же, поддержите и выделяйтесь в чате. И видите контент намного раньше. Друзья, для того, чтобы видеть контент немного раньше, без премьер, ну а потом выходит еще и премьера, можно подключить спонсорку. Она недорого стоит, там в месяц 100 рублей получается на первом уровне, но уже все привилегии, в принципе, основные привилегии, а именно просмотр видосов без премьер, уже будет в доступе. Ну и, конечно же, приятная иконочка в чате, когда вы будете заходить на стрим, друзья. Спасибо всем, братцы. Ну и что ж, сегодня у нас гайд на Sky, как вы уже поняли. Друзья, сегодня мы узнаем, как работают у него способности, как работает Arcane Bolt, как работает у нас Concussive Shot, как работает Ancient Seal и как работает Mystic Flare. Братцы, гайд получился очень жестким. Такие катки вы еще на Sky не видели, они очень потные. 60-70 минут, несколько игр, это просто жесть. Керри-катка вообще лютая, я просто не представляю. Я надеюсь, вы этот гайд посмотрите. Катки реально интересные, ребят. Я постарался подобрать не так, что там просто 15 минутки всех там обоссали. Меня в этом гайде каждый раз душили, просто душили. В миду, во второй игре я вышел с мида 0-2. И как вы думаете, камбэкнули это или нет? Ну, посмотрите уже там, реально, друзья. В общем, пожелаю всем приятного просмотра и начинаем теорию. Поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Arcane Bolt. Очень интересная способность, которая позволяет в лейтгейме очень сильно дамажить. Ну и на стадии лайнинга также давать оппоненту ничего. Абсолютно ничего. Вы просто выгоняете с помощью первого спелла оппонента, и это очень жестко. Маленький монокост, маленький КД, очень много урона. И есть некоторые нюансы, о которых сейчас будем разговаривать. В общем, прокачали спелл у нас, ход кей у нас С, дальность применения 800 единиц. Закидываем в оппонента, и летит вот такая вот птичка какая-то. Скорость этой птички 500 единиц. От этой птички можно убежать, если у вас скорость очень высокая. Если у вас 522, естественно, вы от этой птички улетите. Второй момент, который у нас тут есть, это то, что этот спелл дает вижен. Вот как видите, легион у нас убегает. И во время того, как Легион убегал, за ним давался вижен во время полета этого болтика. И, конечно же, когда болт настиг цель, там дался вижен на 3 секунды. Абсолютно немного, вы скажете, эти 3 секунды, но этого достаточно, чтобы постоянно накидывать эти птички. Если вы гонитесь за оппонентом, то вот смотрите, даже первого левела, ну нет, первого левела все-таки не успеваем. Все-таки со вторым левелом вы сможете спокойно даже вот так вот постоянно держать под виженом оппонента, на которого накидываете этот спелл. В принципе, как-то так. В зависимости от уровня прокачки, этот спелл имеет определенный базовый урон. А именно, он у нас будет такой. Смотрите, табличечка поехала. На первом левеле 60 урон, на втором 80, на третьем 100 и на четвертом 120 базового урона. Но в
чем прикол этой способности? Эта способность бьет от нашего интеллекта. 1,6 у нас кратность тут. И меняется табличка. И смотрите, у нас тут есть такая табличка. Интеллект и левел. Посмотрите, допустим, если у вас 27 интеллекта и первый левел, там вот такой урон. 45 интеллекта, уже 193 на ласте. И давайте посмотрим, 113 интеллект, это 25 уровень. Это 332 урона. Просто вы будете с первого спелла каждые 2 секунды накидывать. Это жестко. Это жестко. Вы просто посмотрите. Это причем еще родной только интеллект. Ну и все это подкрепляется маленьким калдауном. 5, 4, 3, 2 секунды и монокост 70 единиц. Это же очень жестко, ребят, на самом деле. Спелл вообще на самом деле очень крутой. Мне он реально нравится. В БКБ, к сожалению, этот спелл работать не будет. Если мы вот так вот накинем, он нажмет БКБ, конечно же, урона ему не нанесется. Ну и в линку также этот спелл у нас залетает, сбивается у нас линка. Опа, линка ушла в КД. Ну и, конечно же, такая тема. Магический урон, так как у нас Skyrise Mage, соответственно, у нас магический урон на первом спелле, и худы пайпы все могут смягчить. В принципе, по этой способности все. Поехали на вторую способность. Итак, друзья, следующая способность в нашем персонаже немного специфична, но постараюсь рассказать вам все вкратце и, конечно же, без всяких, блин, моментов, когда вам будет непонятно. Хоткей у нас Т, дальность применения этой способности 1600 единиц, очень большая дальность применения. И как этот спелл работает? Этот спелл, скажете вы, таргетный, но нет, это не таргетный спелл. Нажимаем Т, и видите, у нас улетело в Леона, но Леону сбила линку. Это значит, что эта способность у нас не работает в линку. То есть, если в радиусе 1600 у нас ближе будет персонаж, которого линка, то, естественно, второй спелл не полетит, а просто собьет оппоненту линку. Это такой небольшая фишечка вам уже перед началами, так сказать, тестов. Ну и что ж, давайте посмотрим, как работает. Нажимаем Т, у нас полетело в ближнего, а именно ближний у нас сейчас Легион. Он получил у нас урон и получил замедление. Замедление идет у нас 4 секунды. Друзья, тут также вот такая приколюха есть с этими замедлениями, что эту тему очень легко развеивать, в принципе, это все и так понятно. Дебаф легко развеивается всякими там дифузами, юлами и прочей всякой темой. По достижении цели, когда у нас летит вот эта штучка, вот этот шарик даст вам небольшой вижен, то есть если юнит, допустим, уходит в туман войны, этот спелл не подсвечивает полет, а подсветит место, где врезался этот шарик. Ну, кратковременно, там также на 3 секунды дастся вижен, и в принципе все. И нанесете небольшое количество урона. В БКБ, естественно, эта тема также работать не будет. Давайте тоже сразу покажу. То есть, если в БКБ полетело, ему, видите, он в БКБ там лего побежал, даже вижен не дал. То есть, не нанесло урон и, соответственно, не показало оппонента по вижену. Очень такая прикольная тема. В общем, получается, кто ближе, тому и залетает. Также этот спелл у нас немного еще и массовый. У нас этот спелл имеет АОЕшку 200 единиц. Давайте я вам покажу. И смотрите, два юнита получили у нас урончик и, конечно же, ушли в замедление на 4 секунды. Это тоже такая микрофишечка. В принципе, по этой табличечке, смотрите, все понятно. Ну и так, друзья, вроде нюансики разобрали. С линкой вы тоже поняли прикол. Если будет персонаж с линкой поближе, то, естественно, линку вы ему собьете. Если у нас еще есть прикол такой, если там манта, что у нас будет происходить с этим спеллом? Смотрите, вот, допустим, мы не знаем, кто настоящая Горгона. И что у нас будет происходить? Конечно же, в настоящую Горгону у нас полетит. Эта способность игнорит иллюзии, и вы сразу можете найти, допустим, настоящего фантома. Вот фантомов там 15 стоит, и в него четко второй спелл будет залетать. Вот такая вот у нас фишка. Ну и что ж, давайте посмотрим по уровням прокачки, что у нас тут меняется. Конечно же, увеличивается урон и увеличивается наложение movement speed, то есть сколько у нас будет процентовочка. Смотрите. На первом уровне нанесет 60 урона и 30% замедления будет. На втором 120 урона и 35% замедления. На третьем 180 урона и 40% замедления. На четвертом 240 урона и 45% замедления. При этом КД 18, 16, 14, 12 и монокост 110 единиц. Данная способность у нас наносит магический урон, соответственно, худы пайпы, все это будет у нас смягчать данную способность. В принципе, тут по этой способности больше нечего рассказывать, я рассказал максимально много, что она немного массовая, что летит в ближнего, конечно же, определенное замедление, дэмэдж, можно развеять очень легко и у ладифуза. Всякие пресс-атаки. Ну и, конечно же, находит в иллюзии, сбивает очень хорошо линку, не залетает в БКБ. В принципе, все. Погнали на третью способность. Следующая способность у нас на персонаже — это таргетная способность Ancient Seal. Хоткей у нас R прокачали данную способность. Очень мне нравится этот хоткей, на самом деле по кайфу. Давайте вот сейчас так сделаем, секундочку, ребят.
О, риснули и сюда прислали. Для того, чтобы не вылетали эти варны. О, кик АФК просто подбешивает, когда постоянно спам какой-то идет. Ну и что ж, эта способность у нас таргетная, друзья. Дальность применения 700 единиц. Это таргетный сайленс, то есть вот так вот накидывается на оппонента. Идет звуковое сопровождение и красивый эффект такой накладывается на оппонента. Мне очень нравится этот эффект. Вы просто посмотрите на него, такой вот. Красивый эффект, какая-то древняя печать, как написано по древняя руна, печать, не знаю, как это по описанию написано. Ну и, конечно же, эта способность у нас заглушит оппонента, он будет в сайленсе и, конечно же, уменьшит его магическое сопротивление на определенное количество процентов. Это у нас, в принципе, видно все по уровням прокачки. Давайте разбирать. Смотрите, на 30% амплификация на 3 секунды длительности. И второй левел 35% амплификации, 4 секунды длительности. На третьем 40% амплификации, 5 секунд длительности. И четвертый левел у нас, это у нас 45% амплификации, 6 секунд длительности. То есть в течение 6 секунд юнит будет в сайленсе. И, конечно же, Magic Resistance у него будет уменьшен на 45%. А это значит, что вы сможете с магией намного больше наносить. То есть в комбинации с первым, вторым, третьим и ультимейтом будет очень-очень много урона. При этом у нас калдаун 14 секунд, монокост 80, 90, 100 и 110 единиц маны. Очень легко эту способность снимать, она не работает у нас в линку. То есть если вот так вот вы попробуете закинуть, то в линку эта способность не сработает. Ну и в принципе, в целом тут более нечего рассказывать. Очень простенький спелл, очень хорошо контрит тех персонажей, которых нужно сайленсить, таких как Вивер, там, допустим, Ксин, Панда, может быть, там еще Тинкер. Тинкер тоже, если у него нет хекса, он, в принципе, получает сайленс и начинает убегать. Более никаких проблем не будет. Просто запомните, что это такая амплификация, которая увеличит ваш магический урон, соответственно, уменьшив резист оппонента. Вот такая вот, друзья, тема. Легко развеивается, но хорошо душится. Поехали смотреть ультимейт. Вот ультимейт — это просто испепеляющая пука. Погнали. Итак, перешли мы уже к самой основной способности на нашем персонаже. Это Mystic Flare. Данная способность наносит огромное количество урона. И у нее есть тут множество, в принципе, приколюх. Тут у нас есть Аганим. Аганим очень прикольный. И смотрите, друзья, что у нас будет происходить, когда мы будем юзать эту способность. Хоткей у нас Е. Дальность применения 1200 единиц. Эта способность у нас массовая, но как работает, я вам чуть-чуть позже расскажу. Радиус вот такой вот у нас появляется, 175 единиц. Дальность применения у нас 1200. Юзаем на Леона и посмотрим, что с ним будет происходить. Вот такой вот луч его какой-то покарал, нанесло ему определенное количество урона. Урон у нас улучшается в зависимости от уровня прокачки. Это очень круто. И в совокупности с третьим спеллом это, конечно же, будет урона намного больше. Но это, в принципе, увидите уже на практике. В чем основная фишка? Вот этот луч у нас работает 2-4 секунды, то есть в течение 2-4 секунд. Сейчас, подождите, респаунем. Респаун. Хорошо. В течение 2-4 секунды у нас этот луч наносит урон на юнитов, которые у нас будут находиться в этом радиусе действия. То есть у нас радиус поля 170, и этот ультимейт у нас делит урон, к сожалению. То есть если вы думаете, что вот у вас на первом левеле 600 урона, и вы так типа два героя вот тут стоят, и вы типа двоим этим героям по 600 будете наносить, нет. Этот урон начинает делиться в зависимости от того, сколько юнитов стоит в этом поле. То есть если Магнус дает РП, то урона вы много не нанесете туда, в эту толпу. Это у нас такой ультимейт более таргетный. Есть табличка вот такая, посмотрите, именно по героям, сколько единиц урона можно нанести. Я немного ее вот тут вот оставлю, пусть немного повисит, и дальше будем разговаривать. В общем, надеюсь, вы поняли, что эта способность у нас делит урон. На кого работает эта способность, спросите вы. Эта способность работает только на героев. На крипов, на других крипов героев она не работает, эта способность. Она также не работает, эта способность, на иллюзии. То есть, если вы думаете, что вы вот так вот сможете слить все иллюзии и героя, но нет, вы спалите только героя. Также этот, как второй спелл у нас работает, в принципе, все понятно. Поэтому вот такая тема. Делится урон только у нас с героями. Все, эта табличка уезжает. Давайте смотреть у нас по уровням прокачки. По уровням прокачки табличка вот она. У нас наносится на первом левеле 600 урон, на втором 1000, на третьем 1400. При этом КД 60, 40, 20, монокост 350, 575 и 800 единиц маны для того, чтобы заюзать эту способность.
Пугна сейчас просто в полной радости со своей палкой, раскачанной в четвертый левел, когда у него там сколько, 175% или 165%, точно не помню, увеличение дэмэджа. То есть, если Скай кастанет у нас ультимейт рядом с палкой Пугны, то ему нанесется примерно 1300 урона, 1400. Вот так вот, ребятки. Этот герой у нас очень сильно боится палки Пугны, потому что палка там настолько жестко долбанет его, но я не знаю. Это, в принципе, я даже показывать не буду, потому что это страшно, вырубай. В общем, надеюсь, по ультимейту вы поняли. Поняли, имеет свой радиус, имеет свою дистанцию. Дистанция 1200, радиус 170, урон делится, длительность 2,4, монокосты 800 на ласте, 875 и 350, КДшка 60-40-20, я думаю, вы все это поняли. Самое интересное, что эта способность у нас не работает в БКБ, но как она будет работать, если у нас делится урон, спросите вы. Смотрите, закидываю, делится урон, опа, отключается у нас вот здесь вот урон, и урон полностью начинает переходить на левую цель. То есть это значит то, что те юниты, которые будут находиться в Black King баре, они не будут делить урон и полностью отдадут весь урон вот сюда. То есть, если урон у нас делился бы между двумя героями, то будет делиться между одним героем. То есть, считается, как будто вот этого юнита здесь в БКБ тупо нету. И урон весь будет залетать к юниту, который ближе. Вот такая тема. Ну и, конечно же, в принципе, все. В принципе, все. Давайте перейдем к просмотру Аганима на этом персонаже и немного поприкалываемся. Итак, друзья, подобрали мы Аганим и посмотрим, что поменялось. Визуальный эффект никакого нет, но калдаун 0 секунд. Просто по уровням прокачки у нас улучшается калдаун 20, 10 и 0 секунд. Вы прикиньте, 0 секунд калдаун на данную способность. То есть можно вот так вот сразу сделать и наложить сразу... А, так, у меня шульт. Надо плюс один еще, ребят. Сорян, что-то я... Сорян, вот так вот. Калдаун просто 0 секунд. Это просто жестко. Это жестко. Каточку через Аганим мы, конечно же, сыграем. Это просто... Блин, у меня теперь маны не хватает. Ну, давайте минус инт пропишем. Вот так вот немножко маны дадим. И вот такой вот у нас получается фейерверк. Что можно вот так вот делать. Если у вас много маны, то это очень-очень круто. Ну и, конечно же, эти два ультимейта будут стакаться. Давайте минус СТР тупо, ну... 200 силы дадим Леону, чтобы он не сдох. Вот, 3 ультимейта я закинул. Посмотрите, сколько ему хп сожгло. Тупо 2000 HP сожгло. Но при этом у него еще хп реген свой хороший из-за силы. Вот такая вот тема. Каточка через Аганим по-любому будет. Вы прикиньте, если вы кидаете 2 ультимейта. Вот, окей, давайте сделаем так. Сбиваем. Эрка. Раз, два. 2 ультимейта. Посмотрите, как урон заходит. Это только 2 ультимейта. А я тогда кидал 3, и у него осталось даже чуть больше хитпоинтов. Просто нереальное количество урона. Катка через Аганим есть. У нас будет сегодня катка через Аганим. Вы просто орнете с того, насколько это жестко. Если честно, я никогда не собирал этому герою Аганим. Вообще, в целом, я считал, что он, в принципе, не нужен. Но страты... Я придумал страту, как играть через Аганим. И она реально очень хорошая. В общем, посмотрите. В целом, друзья, теория на данного персонажа у нас окончена. Я пожелаю всем приятного просмотра. Обязательно посмотрите практику. Ребят, попрошу реально лайк. Но потому что игры очень тяжелые. Первая игра. Очень много ошибок, но 70 минут. Вторая катка. Тоже задушили в миду. Ошибок чуть поменьше. И тоже потная катка. А третья катка — это керри катка, где просто нереальный геймплей. Мы на грани луза, конечно же, на грани луза, и керри билд затащил. Но не собирайтесь керри, потому что так собираться могу я для контента. А вам, в принципе, только с друзьями можно так, друзья, потому что не руиньте ребяткам в отдельных играх, пожалуйста, каточки. В общем, как-то так. Пожелаю всем приятного просмотра и поехали на жесткую практику. Let's go, поехали. Так, ребят, загрузилась у нас каточка. Садимся как киберкотлеты. Вот, смотрите. Опа. Так, камера. Не мороси. Садимся как киберкотлеты. И, конечно же, первая катка у нас на Скай. Сейчас вам расскажу, чего боится Скай, ребятки. Скай боится у нас. Первая. Где самый жесткий контрпик? Где он, где он? Вот он. Это самый жесткий контрпик. Это первый момент. Второй момент. Он боится у нас Скай, конечно же, Пугну. Боится всех персонажей, которые бьют жестко по тем, у кого нет армора. Соответственно, что делать нам нужно? Нам нужно Скай уплотнять, конечно же,
как можно больше армора и можно больше дэмэдж. Да не, шучу же, конечно же, ребят. Смотрите, по контрпикам я, в принципе, рассказал. Проблема именно будет у нас... Именно проблема будет заключаться в том, что... Нерубиан Ассасин у нас в бане. Пугна у нас есть, но пугну брать не будут. И все, в принципе, будет нормально. Но антимаг, конечно же, тоже будет проблемой, потому что мы для него будем ходячей бочкой. После того, как мы заюзаем ультимейт, у нас вообще маны не будет. Поэтому вот такая тема, ребят. В общем, что нам нужно делать? Мид идем. Это первый момент. Второй момент. Сейчас сыграем так, как играют в дефолте. А именно. Смотрите, как это будет. Скай на миду. Это фастовый догон, ботл, даггер. И такими, именно такими моментами будем пытаться выигрывать игру. То есть, ну, как-то вот такой дефолтный билд. Потом попробуем сделать, конечно же, бладстоун и все остальное. Ну и, конечно же, каточки будут у нас еще через аганим, но об этом я уже, в принципе, говорил. Это будет, наверное, весело, не знаю. Аганим, бладстоун по-любому, но посмотрим. Что от нас сейчас требуется? От нас сейчас требуется то, что мы должны опустить мидера. Это самая главная тема. Ну и, конечно же, я вот не знаю, честно. Вот первая игра, я обычно, блин... Вот вообще, я на Sky играю очень часто, ребята. Чтобы вы понимали, на Sky через Атос. Прям вот такая тема. Блин, Бара тоже жесткий контрпик будет. Ребят, у нас совсем нету армора на Sky. И это просто GG. Просто GG. На Sky нету армора, и нас будет пробивать очень сильно. Но ничего страшного, я думаю, мы выстоим. Давайте берем вот такой дефолтный билд. Go Warples мне, парни. Будет очень приятно, если мне ребята дадут вард, и, конечно же, возьмут курочку. Стоп. Итак, друзья, немного, так сказать, хочу влезть в эту каточку. Вас ждет очень-очень жесткая, потная катка. И хотел бы вас познакомить с ребятами, которые будут играть в этой катке. Это, ну, рандомы. Кто-то вот попался подписчик. Это у нас Артур Молоток. Он будет играть до конца и не будет сдаваться. Это старый дед, который немного будет колотить леса. Это Клокверк, который попросит Тараску в середине игры на фласке. Ну, а это самый главный нытик, который будет пытаться руинить и, конечно же, агрессировать в мою сторону и в целом постоянно подбивать команду на то, чтобы она уже сдалась. Ну, это, конечно же, криворукий я. Что ж, немного ввели в курс дела и поехали далее. Ну, приятного просмотра, короче. Ага. Ага, нету. Дайте вард, пацаны. Спасибо. ПС. Все, вот так, ребята, кликнем. Пусть они сразу... Не хочу просто писать, блин. Не хочу. Писать просто, ребята, чтобы не было такое. Чтобы не было такого, что типа... Ну, вы сами понимаете, чтобы не бегали за мной, я поэтому стараюсь шухериться. Как ребята не могут отличить мейн от фейка? Господи. Господи. Я не понимаю, ребят, на самом деле. Что ж, я надеюсь, эта катка получится у нас очень интересной. Скорее всего, придется тут делать линку. Рикимару не будет проблемы у нас. Я думаю, ну, в принципе, пик такой, пока я законтрю. Единственное, только с ним на миду будет немного тяжело стоять. Я не смогу первым его душить. Первым. Пока не качну, конечно же, третий спел. Я вот думаю, это мусор. Мусор фейк. Парень, ник прикольного пацана. Зуза Кьоток Юи. Ладно, let's go, пацаны. Берем руну, погнали в центральную. Так, курочка у нас, чикен макнаггетс у нас куда-то улетели, да, уже? А, курочки нету, да? Ребята там бегают. Ну, хорошо, Паку хоть. Пока отзоним. Вот так наглый вард сразу ставим. Пока пуск у нас не пришел. Пуск пойдет у нас здесь, нет? Нет, пошел поверху. Что ж, ласт хитим. Куры нету у нас, да? Давайте так переагрим, чтобы на ХГ зашли крипы. Возможно, он промахнется, когда попытается за ласт хитить. Нет, не промахнулся. Берем второй, ребят. Раскачивается первый, второй. О, на третьем левеле мы качаем опять первый. Первый вкачаем. Так и будем поддушивать. Пытаемся пака переластхитить. Я думаю, все получится. И не забываем сорить на карту, потому что там баратрум, ребят. Баратрум — это неприятная вещь. Кстати, пак изи может Sky убивать миду, потому что у Sky совсем нету армора, ребят. Совсем просто.
Просто армор на нуле. Ну, хорошо, добил. Мне нравится дистанция атаки у Пака. Вообще лютая. Очень приятная. Оп, получил чпалаху. Добью вот этого крипа. Хорошо. Первое, конечно же, постараемся ботлик взять. Так, все, есть третий. Отлично. Хаваем тангусик, давайте немного поразминаем его. Только надо сейчас избавиться от крипов, чтобы он не смог шифтить. Даже пофиг, сейчас просто подпушим немного. Опа. О, поехало. Ну, вы сами поняли, против Пака, конечно, тяжеловато. Тяжеловато. Но зато размяли неплохо, на хил. На хил размяли, пацана. Опа, ребята там кого-то убили уже. Молодцы. Сейчас сало качнем, он отлетать будет, в принципе. Эх, промах. Курочки нету. Ботл надо принести. Оп, хорош. Чё там Пак стоит? Пак понимает, что ситуация серьезная. Так, сколько? 3 секунды сайленса, да? Хорошо. Отлично. Оп. Эх, промах. Промах прям в этот шифт ему задушил. Оп, еще раз. Не могу, слишком много крипов, опасно бычить. Лучше аккуратненько постою. Пофармлю, дэмэджа много. Можно выфармить аккуратно. Хорошо. Пойдет. Клокворк. Хорош. Хорош, на клоке парень помог. Первый максим, ребят. Первый максится, и все будет нормально. Хорошо, берем ТП-шечку, сапожок. И отлично, работаем и так. По миду. Я именно раскачиваю первый. Первый спел даже порой ультимейт не берется, и максится первый спел, потому что там именно базовый дэмэдж улучшится. И, конечно же, КДшка, которая будет позволять намного быстрее накидывать. Очень жалко, что скорость полета всего вот этих птичек 500 единиц. Иногда из-за этой темы приходится немного подстрадать. Гоу. Здесь у нас рунка есть. Хорошо. Монокостами, конечно же, у него с ультимейтом именно проблема. Так, в целом, нормально, приемлемо. Можно поддушивать. В принципе, герой сам по себе такой веселенький, интересненький. Ребята там что-то понапикали, непонятно. Странно, что бар меня еще ни разу не гангану. Это довольно-таки интересно. По крипстату просаживаемся очень сильно, ребят. Но у нас, в принципе, дело такое, что не крипстат. Важно. Давайте сайленс качнем еще в секунду. Ультимейт не будем брать до восьмого. На восьмом возьмем, если что, ультимейт. Я думаю, получится все на восьмом. Даже можно вот так вот подластхитить. Опасно, бары не вижу. Бары не вижу, ребят. Герой заморгал. Меня вроде не били крипы, значит, бары на меня побежал. Ушли под тавер. Стоим, ждем. Я думаю, можно уже выйти. Думаю, что можно выйти. Если не хотите подходить близко на атаку, то лучше вот так вот делайте. Будет все у вас отличненько. Можно иногда одного крипчика подластхитить. Это не беда вообще. Оп. Мана все равно регенится. Если у Sky full мана, она должна постоянно регениться. Оп, давайте так сделаем. Чуть поддамаживаем его. Оп, сало дал. Хорош. Хорош. Подмажу его, потому что если бара побежит, чтобы парень не умер. Он соло зашел, его убил, по сути. Я прогулялся, на самом деле. Все могло быть и хуже в данный момент. Молодец, Клок. Так, первый берем. Вообще, касаемо профита, да, против Пака, максить первый, скажет, наверное, ребятки, это не профитно. Ребят, да, это действительно не профитно. Я бы максил третий и взял бы ультимейт.
Тут даже если бы на самом деле по-другому как-то играть, типа сам смысл пака легче будет миду убивать, если я бы качал именно второй и третий, понимаете? Там чифтейн под ногами у меня был в инвизе. На мне аура висела. Смотрите, я буду проходить, возможно... Во, видите? Видите, подо мной, он подо мной. Чиф подо мной. Вот он, смотрите. Вот он, опа, отошел. Я умер, скорее всего, да? Разбудил, хорош. Ах, все равно не проживу. Печалька. Ну, заберет, заберет его. Отлично. Давайте первое, что сделаем, ребят, это Атос. Именно хочется Атос рилли сделать, потому что это пушка. Блин, я не думал, что чиф так перевернет. Честно, паку дал Silence, чиф просто топнул, а там я не успел отойти уже. Ну, получается, я сам себя, так сказать, обманул. Ладно, ничего страшного, это все мелочи. Главное... Ой, Point Booster купил. Вот это мисклик. Vitality Booster надо было брать. Ладно, ничего страшного, этим самым игра будет интересней. Го, Point Booster взял. Ничего страшного, возьмем тогда в любом случае. На будущее останется. Сейчас возьмем ультимейт. На Sky Easy можно по 40 фрагов долбить закатку. Потому что герой такой херокиллерский. Берем ультимейт. Сейчас пак придет сразу. Откинем его с помощью ультимейта. Можете на шестом ульт брать. Разницы нету. Но я лично вот так вот делаю. Первый, когда размаксил, уже комфортнее играть. Паста гоним, да, подумаете? Да не, не такая. Такая катка это. Прикиньте. Паста гоним. Даже рофл. Атосик хотел сделать, не удалось, ребят. Так, на топе что там? Найкс, да, фрифармит? Кого там на ТП не ожидается? Давайте возьмем ТПшку себе. Будем дальше фармить. Ошибка, сейчас бы пол Атоса было. В принципе, можно сделать и догон. Вариативность. Можно играть через догон, ребят. То есть я тут вот по билду ошибся. Надеюсь, насильно это не повлияет. Надо ТПшку иметь, ребят. ТПшки нету. Кто-то там уже ТПш из союзников. Союзников кто-то ТПш. Продолжается драка, да? О, let's go. Почему бы и нет? Хорош. Хорош. Задрочим его. Хорош. Сало максимум, ребят. Все будет огонь. Ладно, отходим. Нормально. Пришли ребятам, помогли, сделали даблкил почти на вставочку. Как говорится. Блин, это прикольно, я так придумал. На вставочку выпускать рачков. То есть по таким словам вы можете уже понять, кто там. Азес, Чишо. Вообще, давайте в Bloodstone попробуем выйти. Если раз уже купил Vitality, то можно, в принципе, попробовать в Bloodstone целиком выйти. То есть давайте эту катку тогда через Bloodstone. Я думал через Атос тут сыграть. Ладно, следующую сыграем через Атос. Через Атос next тобой сыграем. Можно взять Soul Ring. Будет отлично помогать. Через Tranquil. Tranquil Soul Ring. И душить. Отличный билд. Тоже отличный билд. Ребят, очень много билдов существует на этих героев. Те, кто целиком смотрит мои гайды, они знают очень много аналитики на самом деле, ребят. Аналитики знают очень много. Прям... Прям вот смотрят и будут знать, что там, да как тут, это то-то, хо-то, хо-то, моно-то. И все. То есть, как бы, ну, смысл таков. Опа, хорошая рунка. Пора на топе. Ага, я понял. Понял. Рики тут. Рики. Рики тоже тут. Не хочется подставляться под этот... Че, ребята хотят... Блин, ну я типа не хотел. Оп, готов. Готов. Быстро так оперативненько мы сожгли. Поняли, там парень поставил рипера, а я типа как бы я эффекта даже не увидел. Ладно, нормален. Простительно. Че, берем аркану, наверное, тогда.
аркану, потом сейчас разберем. Хорошо. А, найс. Давайте вот так вот. Где там point booster? Вот, все, найс. Оп, вот так обузим. Хорошо, мид меня сломали, пацаны. Кайфуем. В принципе, тут можем с командой задушивать просто уже и все. Че нам бояться? Че бояться-то? Опа, пол хп там. Ля, там напихали. Опа, Рики душит. Бро, не надо, плиз. Плиз. Я ухожу. Что-то меня тут колбасят, пацаны. И кимары всякие. Е, ну с бары. Ну вот я так и знал, что он бежит на меня. Животничь, чисто. Неужели еще не заберут? Заберут, нормально. Чисто доковырялся до меня. Хейт-контроль, чисто. Такое. Драка такая себе. Вообще на Sky странно, что я тут умер. Типа, я вообще не должен умирать. Хотя бара, в принципе. О чем речь? Если бара в игре, то это, скорее всего, Sky будет умирать. Ракетка есть? А что, прокачал бы еще левел, мне кажется, хватило бы. В принципе, там бара ВС. На такие лоу хп. Изи. Изи фидить, ребят. Изи. Вот почему Рики меня видел постоянно. Типа он подсвечил, я там мансить пытался. Айди, ТПшечку. Сюда. Сюда, ТПшечку. Это такой самый простенький билд сейчас, ребят, будет. Ну, конкретно в данный момент. Типа самый простенький билд. Который есть на Sky, где меньше кнопок нужно нажимать. Вот вы собираете вот этот билд и типа, ну не паритесь. Давайте так сделаем, просто чтобы легче было. Не все опытные ребята. Тупо в Bloodstone, чтобы пожирнее персонаж был. Чтобы можно было поувереннее себя чувствовать в играх. И конечно же сейчас выйдем тупо уже во все что нужно, во все кнопочки. Все будет огонек. Рики подойдет, надо его джахнуть будет. Джахнуть. Сурину дал бы, было бы хорошо. Не знаю, стоять АФК тут. Пол Бладстоуна есть. Вообще Бладстоун должен быть на 14 минут, например. Хорош. Я! Брат на баре. О, он меня закрыл. На барочке. На ЕСе верни. Хорош. Хорош. Полетела птичка. Отлично. Отлично. Я взял ультимейт на 11. Можно будет шотать тупо. Шотать можно будет тупо. Хорошо. Зачем ты Пока впустил? А что с ним не так? А, ну типа я хз. Типа что с ним не так? О, ставь, намажу. Намажу, кого там намазать? А, не надо никого мазать, ну и ладно. Пофиг. Оп, отлично. Бара на низу. Что у нас там? Почти имеется, да? Bloodstone. Bloodstone потом, потом возьмем дагер сразу же после Бладика. Будет отлично. Мне понравилось, как ЕС меня закрыл. Красавчик. Оп. Это ГГ. Сейчас закат, походу, будет это, да? А нет, нормально. Хорош. То, что нужно. То, что нужно, залетело. То, что нужно, произошло. Оп, пошло дело. Уф, хорошо. А что ж такое? Не сбейте мне регенчик-то, вы чё? Реген хотят сбить. Это, получается, крысы, да? Если хотят реген сбить, это, получается, крысы. Вот это люто с командой. Прям, конечно, повезло. Команда душит.
Команда душит. Да, вот эту штуку. И жопу намажем еще. Есу. Все, GG. 24 секунды, Бладстоун соберем. У курьера придется. Чтобы он висел. 15 секунд. Бладстоун на 16. 10 ассистов, ребят. Активная команда, 10 ассистов. Далее дайгер купить надо просто и все. Дайгер купим и GG. Так, стоп. Вот это вот так. Так, делаем. Все, отлично. Главное, Бладик есть. С Бладстоуном можно... Давайте, в принципе, можно первую катку сыграть. Сейчас посмотрим тогда. Дагер, Бладстоуны. И... Аганим. Тупо по рофлу. Этериал. Этериал, Аганим. Тупо по рофлу. Амплификация вся будет складываться. Там столько дэмэджа будет. Это просто жесть. Жесть, это комбинация с клоком лютая. Про, намажу жопу. Иди сюда. Жище, ты не умрешь тут от бары. Мы не дадим тебя в обиду. Хорош. Хорош, господи. Так, ну у меня ульты нету. Но я его, в принципе, за третий спел должен убивать. Просто накидываем и душим. Еще разок кину свой ГГ. ГГ! Джи-джи. Джи-джи. Хорошо, сейчас дагерок купим. Так это же вообще прекрасно. Оу, со спектрой. Не хватает, да? Прикинь, не хватает на дагер. Ну такой зашквар, да? Согласитесь. Такой зашквар. Маны не было на суете. Одна секунда до реса. Эх, жалко. Ну почти. Ну вот почти. Ну это бара, ребят. Что сделать? Это баратрум. На баре много ума не надо иметь, чтобы убивать. Просто одну кнопочку нажимаешь, бежишь. И душишь. Все. Ладно, будете знать, ребят, в принципе, как это все происходит. Да дагерочка прям вот, ну реально одного крипа не хватило. Это жесть. Обида. Обида просто. Оп, отлично. Птичками подфармливаем прям хорошо. Can I help you? Can I help you? Оп, отлично. Так, перекинем. Так, хорошо, можно сейчас килять. Можно добавить сюда догон. Можно добавить аганим, потому что у нас Бладстоун. Мне кажется, аганим прям с Бладстоуном будет заходить. Вообще, аганим никогда не собирал этому герою. Вот реально, сколько играю в доту, на этом герое никогда не собирал аганим, ребят. Кто что хочет, может говорить. Обычно собирается Юлт, Атос, что-нибудь такое. То есть, допустим, у Sky у нас пассивный дэмэдж на ультимейте. То есть, мы ставим ультимейт и можем умереть от блейдмейлов. Там 2-3 БМа, там, ну, там дэмэдж все равно в любом случае будет делиться. Но суть в том, то, что вы в любом случае получаете пассивный урон. И, конечно же, когда вы ставите ультимейт, чаще всего приходится уходить в Юлт. Тут вот видите, бара еще ВС. Давайте сделаем Юлт против бары. Это Юльчик, это хорошая вещь. Хорош. Хорош. Вот он полезнее, чем дагерочек. Дагер взяли, побежали. Дагер взяли, побежали. Изи катка получается. Вот так вот. Через дагер просто играть на Sky. Пока что душим. Душим. Пацаны обещали камбэкнуться в этой катке. Это точно знаю. Найк сфидит несколько раз. Вот сейчас вот первый раз будет. Сейчас его забашит, клепнет.
Но все равно должен умереть на Найкс, парень. Ес подстанет. Хорош. Ес подстанет. У Бары, что там? У Бары, блин, этот. ПМ. ПМ у Бары. Ес, брат, давай с тобой. Ну, фиссуру надо дать было. Просто фиссуру надо было дать. И все. Фиссуру я там соло, мне кажется, под амплификацией убиваю на изи. Оп, хорошо. Блин, фармится на нем вообще по кайфу. Когда у тебя манориген хороший, но у меня 8 бладов, я его просадил. Намажу. Хорошо. Ребята не собираются сдаваться там. Хорошо. Отлично. У меня его, в принципе, почти есть. Его почти есть. Юл тут нужен, чтобы от БМа спасаться, ребят. Все-таки сделаю. Немного не получается у нас по запланированному билду. Потому что... Все-таки... Когда ты покупаешь, в зависимости от того, кто против тебя, тогда немного лучше играется, конечно. Так что, ребят, не обязательно покупать по тому шаблону, который я делаю. Я вот закупаюсь в зависимости от игры. То есть на контрпиках. Видите, ага, там тот герой, надо это купить. Там тот герой, надо и это купить, и все. То есть получается так, так и нужно, ребят. Так, ну что, давайте чуть-чуть до Юла остается. И после Юла что будем делать? Да, наверное, аганим попробуем сделать. Опа, меня тут пробивают. Ой-ой-ой, смотрите, что делается. Что делается, пацаны? Браконьеры вы сыграют. Я сам себя сейчас убью. Ну вот Юла нет, ребят, Юл на базе. Я бы купил бы сразу. Я так в БМ умираю. Юл на базе. Сейчас бы купил, 600 золота было. Курочка летала, жалко. Жалко. Я все в БМ там в бару просто бызгат. И все. Ну это такое. Ничего страшного. Топ-фидер на карте. По классике, почему нет? 10-я, 40-я игра, 50-я. По классике топ-фидер на карте я. Продадим нулик, сейчас купим Юлу просто и пойдем. Как раз место на ТП-шку надо. О, Юлу пак появились. О, отлично. Даже вот так можно сделать. Опа, найс. Гоу. Так, вот сделаем. Ребята там дерутся. Гоу, поможем, бладики как раз соберем. Unstoppable. Оп. Как тебе это? Как тебе это, друг? Жесть его там изрешетило просто. Вот этот пацан уже серьезный. Надо уходить. Надо уходить. Глядишь, и не я топ-фидером буду на карте сегодня. Так. Хорошо. У нас есть уже кнопочка. Вот это я тут душу. Оп. Вот это я тут душу. Под шумок. Ах ты крыса. Нет! Я просто, я честно четверку нажимал вместо пятерки. Ой. Я не тот бинт нажимал. Господи.
Как мне тяжело играть. Так хорошо разыграл, но обосрался. Ладно. Ничего страшного. Так, 1600 travel хочу апнуть. У меня половина кнопок не работает. Что это такое? Вот сейчас нажимал. Вот на некро, 2, 3. Через двойку, тройку приходится перекликивать курьер. Ладно, сейчас раз. Так, let's go. 6 бладстоунов. Побьем рекорды вообще лютые, пацаны. С бладиками. С бладами. Бьем рекорды. Все, ребята, помогать. Хорош. Хорош. Как дела? Роста уничтожает. Блин, это жесть. Как же он люто уничтожает этот первый. Хорошо. Это хорошо. Отлично. Так, ну такое на самом деле. Но я думаю, тут катка с камбэком. Если честно, плохо. Столько моментов я прогуль. Давайте на четверку перекинем. Вот так у нас будет ТПшка. На четверку будет. Юлич. То просто что-то такое. Так, 3К. В кармане 3К. Го, так сделаем. Реюзнем. Сек. Ну что такое? Ре. Прям что-то пацаны злющие. Так, там по БМу. Купили. Я не полезу туда. Не полезу. Хорош. Пора на меня, что ли, побежал, да? Если он поставит фиссуру, просто фиссуру поставь. Я ультану. Фиссуру не хочет ставить. Опа, отойти. Хорош. Это настоящий там. Так. Перекрываем дорогу. А, не перекрываем. Пойдет. Можно было лучше разыграть. Я так думаю. Скиллбэк. Можно было лучше разыграть. Линк хочется еще сделать. Сейчас, наверное, на топ улетим. Боже, я все кнопки понажимал. Все кнопки, но не те, что нужно. Хорош. Бара бежит? Нет, не бежит. Хорошо. Ну что-то я вообще по кнопкам, что-то я кнопки не могу нажимать. Пятерка, четверка. Нажимаю. Так, 14 бладиков у нас есть. Имеется. Внизу Рикимару с Башером, да? Хорошо. Соло я его должен убивать через ульт. Ульт много дэмэджа наносит. Пак на низу, гоу. Кекс попробовать можно сделать. Так, будет бить. Оп, готовенько. Надо на базу быстренько. Бара побежал уже, да? Успеваю, по идее, ТП сделать. Оп, хорош.
Прожочек есть. Так, что нам нужно сделать? Блин, если играем через Bloodstone, надо по рофлу бахнуть агоним. По рофлу. На всю ману, прикинь. Вот так вот. Давайте бахнем агоним по рофлу. У нас есть Bloodstone, это значит, у нас мана реген будет хороший. В любом случае. Рики пока нет, можно почилить. Столько микроошибок тут в этой катке на самом деле. Я аж печалюсь, потому что я не могу нормально откликивать что-то. На самом деле это просто игра уже очень, очень такая долгая. Недолгая, а именно пятая, десятая, как говорится. Вот так делаем. Все. И мы урона не получили с БМа. Так и делается примерно. Так примерно и делается. Под ЕСом вообще нормально подработали. Quick, да, Найс Чел пишет. Понял. Опа, агоним прилетел. Агонимчик. Что там Рики Марона? Какие хп ушел? Вон он бегает. Ульт без КД, я просто могу просто ставить тупо и все. Сейчас Бара побежит, да? Какой Бара прикольный. Про маму любит писать. Хорошо. Сколько там? Очень. 800 маны. 1600 маны, чтобы поставить 2 ульта. Но если я под себя 2 ульта поставлю, будет жестко. Будет жестко, конечно. Но мана реген хороший, посмотрите. 18 бладиков. Работаем, пацаны. Работаем. А я возьму. Хорошо. Вообще пофиг ему на ульт. 2 ульта поставил. А там дисперсия. Дисперсия очень. Какое. Под дисперсия что-то вообще и какать. Амплификация была? И дисперсия. Вообще там, то есть, ну пофиг пацану было. Ладно, ничего страшного. Ну мана реген, смотрите какой. Я тупо заюзал 2 ульта, не убил, но тем не менее. Тем не менее манка есть. Про, держись, сейчас помогу. Шо. Хорошо. Так, что next там? Хекс, конечно же. Хекс, конечно же. Такая катка подрастянутая, начинает играть обороты. Так, хорошо. Эти крипов зачищать. Найкс у нас где-то ходит. Классно было бы под стан ЕСа подработать, конечно. Было бы овер круто. Было бы овер круто. 15 ассистов. Я топ ассистер? Нет, не топ, там 20 ассистов есть. 20 ассистов. Опа, нифига себе ты даешь. Ой, ес.
О, not enough mana. Но я испепелил просто. Просто испепелил. Да шея. А там 200. Так. Печалька. Да, 2х печалька. Боже. Чё-то Найкс где-то бродит. Мы не можем зайти без Найкса. Оп, вот так сделаем. Жесть. Ну. Набирает, набирает обороты катка. Не знаю, гоним хекс надо. Гоним надо. Хексович. С хексом я смогу. Соло убивать любого, в принципе, даже спектру. Атоса не хватает. Вот чувствуется прям, в таком билде прям Атоса не хватает. Хекс делаю. Хекс начинаю делать. Бару там уничтожил, мой ультимейт прям по-страшному. Бару прям по-страшному. Не переживай, хватит. Сейчас первый вообще душит прям по-страшному. А Найкс что-то у нас газует не в ту сторону. Ладно, терпим. Терпим. Так, и Кимару бы сюда. Как душить? Жесть, кто юл дал ему? Неужели у него вот самого юл там? Нет у него там юла, кто юл дал ему? Кто юл дал ему? Ару. Вообще не в тему. Так, вот ультимативное пошло. Ля, просто люто заходит. Душу спеку. Я тут задушился уже. Но мана есть, БМчик там. В БМ я не буду ультить. Вот так заульчу. И захилюсь еще. Жесть, это расстояние на расстоянии прям вообще по кайфу. Жмаешь кнопку, душишь. Сентри там ставит так. Почти хекс есть. Хорошо. Пойдет. Тэшка есть, наконец-таки. Наконец-таки бара сейчас резнулся. Так, 1600, это 2 ульта. Бара умирает с 2 ультов. Кого летит? Ну, конечно же, в Хназас. Другого. Другого игрока тут нет. ГБ. Бара бежит уже на кого. Оп, смотри какой. Так вот делаю. Ля, я там видели, как захилился? Я 3 ульта там поставил. На всю ману. Опача. Ждем, может, ультимейт? О, хорош. Жесть, вы видели, я там в бару. Короче, от Open Wound, жесть, я как захилился. В бару накидал. Блин, это жестко. Жесть. Это жестко. Это офигенно жесткая тема на самом деле. Но в этой катке, если честно, много ошибок, ребят, от меня прям микроконтроля прям жестко тут не хватает. Ладно, есть хекс. Сейчас 3500 маны, прикиньте, я просто могу 8.3, 24. И сейчас могу 4 ультимейта в одно место просто. Вот так вот. Давайте в Рикию за ним. Жесть. Я, если честно, первый раз тестирую такой билд, потому что я раньше играл всегда через Атос на этом герое. Всегда через Атос. Тупо Атос и все. Давайте на пятерку поставим. Четверка юл, пятерка хекс. Попробуем душить так. Пацаны молодцы здесь. Хорошо отыгрывают прям. Такой билд я еще, если честно, нигде не видел.
Не знаю, может кто-то так Sky собирал, но я вот первый раз так собираю, это жесткая вещь. Так. Внизу пак. Пака за два ульта, мне кажется, без амплификации даже убиваю. О, Рикища. Рикища. Опасно. Опасно, я просто могу умереть от бары. А в принципе, давайте будем девардить. Бара прибежит, я его убью за несколько ультов. И не бежит. Не бежит. Не бежит. Это радует. Если побежал, в принципе, я его убиваю, если правильно все нажму. Если я нажму ему хикса. Приходится постоянно на карту смотреть. На самом деле. Умит. Умит. Хорошо. Эх уж эти баратрумы еще, которые желают моей маме смерти. Че моя мама вам сделала? Я не понимаю. Обидно даже как-то становится. И на дефе там заселишь, что ли? Моя мама сейчас мирно отдыхает дома. Так, сделаем. Ой-ой-ой. Блин, опасно. Бара сейчас побежит. Бара сейчас побежит. Так, сделаем. Я не знаю, что делать в этой ситуации. Я хек, никому ни сало, ни хекс, вообще ничего не дал. Ничего не увидел в этой драке. Где у нас там некр, да, далеко? Ну, манориген лютый, в принципе, этого хватает. Бара дальше пойдет? И... Жесть, ей вообще срать, смотрите. Ей вообще срать. Хорош. Жесть. Ей вообще срать. В спектре под этим. Так, давайте вот так сделаем. ТП-шку сюда. Рики по-любому пойдет фармить. У нас есть хекс. Хекс дадим, сало, хекс, сало и... По душе. Фарми, Рики Мару, ты че? Фармить Рики не хочет, походу. Криса на Рике, да? Просек, блин, у меня мана реген сообщили. Вообще. Ладно. Вместо Юла, блин, да Юл нужная вещь. Не знаю, там в драках такое, такая тема, что я хз, чё, куда нажимать уже, потому что там ребята все сыпятся. Надо аккуратненько. Пака только через хекс. Чинить пака. Так, сделаем. Погнали сюда. Надо посмотреть, что там у спектры. И делать выводы. Ут у нее. Вот почему ей вообще ничего не наносится. Death of Defiance — это хорошая вещь. Опа. Спека. Рики там душит еще. Есть. Рики сюда подойдет, я убью его. Бара есть. Напрячь. Опасно. Все, бара побежал, да? Опасно, брат. Опасно. Мага-убийца. Мага-убийца. Блин, они камбэчат. Экс. Ладно, нету. Упса, кто ТП на базу. Другого варианта нет. Оу, щит. Суицидимся. Тут не выиграем такую драку. Тут не выиграем. Так, ну Найкс что-то у нас сдает позиции, ребят. Я тоже что-то не сильно актуален. Надо за хекс кого-то убивать. Спектра очень жирная. Боюсь, спектры прям очень жестко. Пак еще, блин, так сбил, хорошо. Так,
Надо рассредоточиться. Каточка вроде была изи, но сейчас уже не изи. Гоу закинем ультимейты сюда сейчас. Может, они там фармят? Да. Хорошо, набирали. Глиф юзаем. Вот так делаем. Жесть. Я просто тык-тык-тык вот так вокруг него ультимейта расставим. Лицемер, Скай. Я тебе ни слова не сказал. Играем командно уже в четвером минут 20, а тебя нету. Вот так напишем. Так, закончи. В чем проблема? Я бы мог бы, вот это не понимаю, почему. Пишет твой. Найкс, что-то какой-то ЧСВ попался. Печалька, ребят. Так, ну что, нам нужно тогда собраться. Цепануть соло кого-то. Инспека на топе. Но у нее Аегис. Ее Аегис. Манта, Аегис. Можно попробовать? Варда нету. Смотри, ушла сразу. Варда нет, она уходит. Хорош. Ой, я застрял. Гоу. Блин, мы так почти проигрываем. Я не понимаю, что тут катки в этой происходит. Мы то ли выигрываем, то ли проигрываем. Непонятно вообще. Вообще непонятно. Блин, жалко дастов нету с центрями. Пака прыгнут. Сейчас прыгну, наверное, хиксом у него. Есть у него линка там? Опа. У, БКБшка. Кого там? Так, сделаем. Ай-яй, я встану, летел на 4 сек. Так, ну спеку забрали. Отойти. Вот так делаем. Оп, хорош. Хорош, ну некро задушили. Нету МПшек. Пак еще живой. Так, ну монорик. Рек, монорик нужен. 4К есть. Я стою, наверное, Этериал сделаем. У нас 21 Бладик уже есть. У них трон по чуть падает. Ребят, ну потная игра началась. Трон у них по чуть падает, но очень тяжело. Тяжело прям киляется. Хотя, в принципе, если я все нажимаю правильно, все отлично киляется. Сейчас Бара побежит на него. Чекайте. О, или не побежит. Или не побежит. Не побежал. Странно. Странно. Боже, три ультимейта просто расставляю и убиваю. Такой хьюдж дэмэдж я еще не видел. Ну реально. Просто хьюдж дэмэдж. Даже без амплификации, просто три ультимейта ставишь и все. Мана регенится буквально за секунд 15. Это жесть. Бара просто в шоке. Хейтер в шоке. Блин, ну такая тяжеленькая катка начинает. Но я не могу ничего сделать, рили. Я просто еще подустал, уже время позднее, спать хочется. Как бы кнопочки тоже плохо нажимаю. Ну, это, конечно, вы подумаете, что отмазки, но реально, просто после стрима иногда приходится вот так подзаписывать гайды. Ну, а что делать для вас, любимых? Необходимо это делать, ребят. Каждому с уважением отношусь, поэтому нужно делать. Фига себе, как только ракету тебя так убило-то? Видели всех крипов? А, или вторая была, я не видел, сколько хп там. Ну, рили сплю уже просто. Хорош. ТПшки нету. Блин, там спектра может накалить, на самом деле. У спека без ББ. Три раза убили ее. Два вернее. Нам опасно, конечно, в лоб идти, но у них трон падает, аж он коленький. А если я смогу аккуратненько подцепить, то есть кого-нибудь там... Блин, пака надо выловить. Я все никак не смог на него направить, не хватило микры. Опа. А можно ему, пожалуйста, вот так вот сделать? Спеку. Вот так сделаю.
нету кнопок. Братцы. Нету кнопок. Ну, куда ж ты, бро? О, щит. Here we go again. О, щит. Ну, вары нету, я, по идее, выживаю. У них трон падать начинает. Там Найкс внутри него. Внутри него. Опа, хорош. Так, сделаем. По идее, пробиваем. По идее, пробиваем. А, нет, уже опасненько. Опасненько. Я мог забрать, не знаю, почему не забрал. Нет фикса. Уф. Спека бегает. Опа. Хорош. Джи. Хорош. Это можно пройти, плиз. Жесть. Я вот так сделаю. И, блин, это такая жесть. Такая жесть просто. Так, ну нету кнопок от бары. Там пак еще, нету хикса. Жесть. КД. Жесть, что за лютая катка, блин. Лютая катка. Лютейшая. Я так не могу пака прочекать, что там у него. Сейчас ждем, ждем, ждем. Я просто не могу нажать, ну серьезно. Я прыгаю, и я сало не смог. Не смог. Ой, жесть. Вот я тупой. Я просто не мог нажать, не могу нажать. Жесть. Там себе руиню катку, ребят, получается. Го дефнем. Дефнем. Не смог, не могу направить. Вы видели, сколько я времени потерял там? Рядом с крипами амплификация не смог направить. Жесть просто. Ужас, ну такую катку стыдно даже выкладывать будет. Ну блин, она потная. Ошибок много, я реально сплю уже просто. Реально сплю. Ну у нас бы топ упал, если бы я не дефал. Топ упал бы. Топ упал бы, если бы не дефал. Так, будем курочку одевать, наверное, гоу. Некр, оп, не куру. Пулза. Хорошо. Так. Хорошо. Отлично. Делаем радик по низу. По низу радиенс. Так, пацаны, не душите. Пацаны, не душите. Вкусно. Пах. Так, отойти. Опасно, конечно, я тут иду сейчас. Что я могу сдохнуть. Рели. Но бар постараюсь убить быстренько за хекс. Вот так вот. Хорошо. Отлично. То, что нужно, я сделал. И курочкой аккуратненько будем подпушивать. А что остается делать, ребят? Варианта нет никакого другого. Хорош. Найкс, конечно, что-то сильно обиженный какой-то на жизнь. Вообще, куру по топу бы постоянно в топе стоять. Опа, опа, опа. Спека. Жесть, у меня там хп осталось. Ай-яй-яй, дайте пройти. Опа, я умер, походу, да?
Я хекс дал. Эх, ладно, го курочкой работать. Они всегда там вместе, пацаны, молодцы. Проигрываем катку из-за того, что не можем вместе задушить. Но мы могли раньше уже эту катку закончить. Хорош. Полетели курочкой душить. Пацаны. Чикен Макнаггетсы душат. Есть. Трон падает. Хорош. Блин, ну потная катка. Трон падает там. Трон падает. Ну, на топ пойду отдефать. Жесть. Ну-ка, вот так вот в трон направляем. Курочкой по топу. Жесть. 4 секунды, я резнусь. Так, 11 бладов. Это жесть. 11 бладов. Гоу, поможем. Там еще Рики будет по нами сейчас. Хорош. Убежишь? Хватит тебе сил. Опасно. Нет уманки. Вот сюда. Монореген очень сильно упал. Очень сильно упал монорек. Сейчас будет вылазить? Рики Шмарыч. Рики Шмарыч. О, на топе. Давайте попробуем. По идее, я должен за хекс сливать. Хорош. Соло. Блин, вообще такой хиро-киллер жесткий, ребят, на самом деле. Если бы я не ошибался, мы бы уже закончили. Ну и на Икс, если бы не тупил. Но овер тяжелая, на самом деле, катка, ребят. Реально очень много не доигрываю. Очень много. Прям овер много, потому что, ну, подустал. Честно. Честно, подустал в этой катке. Спека очень жирная. Спека очень жирная. Хорошо. Так, ну 75 секунд. Опа, бара. Живой. Плохо. Эх. Ну не добью, да? О, хорош. Хорош. Спека идет. Мне нельзя умирать. Нельзя умирать. Пак идет еще. Хорош. Так, отдефливаем тут. Надеюсь, я попал в настоящую. Я на такой ухожу. Отдефливаем. Вот так вот, отлично. Я не знаю, просто... Какая... А, куда меня на мид-то пахнуло? Жесть, что я тут делаю. Что это делать? Там бара бежит. Ес, брат. Не умирай. Я не успел хекс дать им. Добьешь? Опа. Ах ты, крыса. Нет ульты, да? Надо уходить. Жесть, что происходит. Что на базу нафиг? Мог там ультом попасть, не попал. Надеюсь, меня не... Боже, опять меня туда на Т2. Я того родственник. Дабл клик. Это жесть. Ну топ, я постоянно радиком подпушиваю. Пацаны просто в постоянном дефе на топе. Пока курочку не разберут. Эх, эти тревела я забыл просто. Go Travel 2. Рики на топе. Блин, я Рики соло убью. Рики соло убиваю. Хитростью я уже сколько долблю этой хитрости. Хорошо, она надо, пацаны.
Рошанчика. Надо хиксом просто, чтобы пака нету, нету у него там, блин, линки. Почему бы не убить? Вот сюда ТП. Правда, меня могут через спектру убить. Опа, куру. Прячем. Через спектру могут меня задушить. Кто там? Пак, да? Опасно. Пак не один, полюбай. Так, куру сюда. Куру сюда. Отдефливаем. Опасно, конечно. Есть байбек, в принципе, в целом. В целом байбек есть. Это до курбы стоят. Не дыши. Хорош. Вот сюда. И вот сюда. Отлично. Все хорошо, идем. Пак он идет. Сюда. Кто-то там дерется, убивает кого-то, да? Хорош на рипера отправили. Фикса буду давать. Рики в БКБ. Рики в БКБ. Надо вот так делать. Хорош. Не забываем вот это вот так вот делать. Ой-ой-ой. Это GG. Конечно. Суицид. Не успел. Есть байбек, 50 секунд еще. Пресса. Курочку нельзя подставлять. Блин, у них голый трон. Но я топ постоянно подпушиваю. Я не могу в драке расконтрить вообще никак. Вообще никак не могу расконтрить. Цепляют и все, хоть убейся. Цепляют, хоть убейся. Рики на топе. Блин, Рики, я соло 2к хп. Я просто через ультимейт его убиваю. Так, трон падает. Трон падает, это радует. Блин, если они так тупо проиграют, конечно, ржомба будет. Б. Куда ты? На Найкс, конечно, чувачел. А умер Найкс. Отдал. Сторон. Так, спека. Спеки хп нет, я сейчас могу через несколько ультов его убивать. А вот сюда повесим. Кто-то там еще есть, да? Факвард поставил. Это плохо, конечно. Рики пойдет на Егу сейчас. Но это плохо. Было бы круто в куру некрачей, конечно, но это так не работает. Это так не работает. Интересно, Рики вылезет? Я должен его за хекс и за амплификацию убивать. Просто нужно успеть нажать. Не вылазит. Ушел. Ушел. Надефился, ушел. Дефилса ушел. Блин, жесткая потная катка, что-то столько фида уже. Но я актуальность уже потерял, просто не могу раскликать все. Нормально. А, забрал таки. Жесть, как увидел, тут непонятно. Опа, но он вылез там. Кстати, можно за курочку сейчас отомстить. Если успеваю. По идее успеваю. Просто кинуть хекс. Да, забрал. Отлично. Отлично. Ну, Рики я забрал. То есть тут эта потная катка пошла. Потная катка. Кто на низу? Спека. Спека на низу. Бару пока не вижу. С паком.
Стоп, подпушиваем. Куру слил, это плохо, конечно, ребят. Куру слил, это плохо. Вот так вот. Так. Потничок. Спека Радик взяла. Лучше Тараску взяла. Блин, мы ее спектру убить не можем, на самом деле. Это очень тяжело сделать. Не знаю почему. Рики 30 секунд. Рики 30 секунд. Пара. Прибежал. Дальше пойдет. Отлично. Хорош. Так, еще минуса дал. Минуса еще дал. Минуса еще дал. Вот так вот сделаем. Так, стоп, на базу надо. Так вот делаем. Хорошо. Что там клок Тарасенского будет брать, да? 20 секунд до курочки моей. Так, что делаем, ребят? Очень что-то потно. 67 минут дрочни. Юльчик на что-то бы поменять. Блин, да Юл нужная вещь тоже. Гоу. Найкс никак МКБ не соберет. Команду я тоже подпуливаю. Все, кура на топ полетел. Опасно. Опасно. Они могут сейчас драку проиграть. Опа, они там все вместе, да? У них на базе бароны. Так, курочка сюда. Так. Хорошо забрали, да? ТП, если что, на трон. Я вот так вот делаю. Пока что. Так, делаем пока что. Просто, конечно, катка у нас. Но я так думаю, мы этот проигрываем. И задефимся. Рики там. Рики. Попробую топ, конечно, пропушить. Главное не ошибиться. А не ошибиться. Пак, конечно, вылетит Хиксон. Хорошо. Выжмет для крысок. Найкс, ну да, конечно. Уф. Это я там ультую по-страшному. Это я, конечно, страшно ультую там. ГГшечка, походу. Да, го его продадим. Пробуем не крача сделать. Что делать? Ва-банк идти. Ва-банк идти. А, не успеваю, да? Кур собрались, все, я остался еще без кур. Печально. Но тут такая уже ситуация, овер тяжелая. Овер тяжелая. Не подставляйся. Сава дала на толку. Печалька. Опа. Опа. У меня байбека нет. Наверное, я не живу тут, да? Я тут, наверное, не живу. Блин, жестко, походу, проиграем еще эту катку.
еще и проиграем эту катку. Так, паку надо давать кнопочку. У меня 11 бладов. Врачи. Что там у спеки? Надо посмотреть, что там у спеки. Так, надо сбить ему. Блин, топ, все, пошел, курочка у меня умерла, топ начался в пушке. Печалька. Так. 90 секунд до курьера, до моего. Нет байбека, да? Надо нафармить срочно. Пытаемся, ребят. Пытаемся. Ну, Айкс, ну и шо ж ты делаешь? Господи. Господи, этот Найкс, это, конечно, что-то с чем. Чё там у... Спеки, блин, лоу хп. Опа, ну так сделаем. Я там дэмэджа нормально прописал. Дэмэджа там нормально прописал. Пака не поймают они. Хекс нужен на пака. Что там, бар внизу, да? Нету тревелов. Блин, некров оставить тут и лететь на бару. Трон падать будет. Что там получается? Вот свой, хорошисты. Курочка сейчас лестница. Эх, есть. И у меня, конечно, вообще эскейпа нету никакого теперь. От пацана на Рикимару. Я взял некрочей. Байбек есть, да? Хорошо, 13 бладов, байбек есть. О, парни, плюс. Бро по топу. Пошла. Не могу пушить. Но, блин, не, кажись, нифига не сделаем, да? Кажись, нифига не сделаем. Help, 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 help. Там спека настоящая. Я бы и гомит. Где там курочка? Блин, что за пот вообще, не понимаю. Минус 4. Некрочи есть, некрочами под душем. Блин, муншард бафнуть, но мне байбек нужен. Четрево. Тревопка, да. Спека, байбек. А, спека на базе, да, просто. Да ладно. Хорош, сало дал ей. Спеку там душит. Рон надо идти. Крысу. Пока никто не видит. Некрочи, ну-ка поработайте немного. Поработайте немного. Обнач там, да? Фак там. Фак там! Да ладно! Да ладно! Работаем, пацаны! Трон!
Я побаюсь на себя. Так уж и быть, побаюсь на себя, Баратрума. Ультимейт пошел. Давай, давай. Что за жесть лютая. Игроки погибли. Lost Barak. Это что такое? Это Рикимару? Да ладно. Уф. Это что за игра? 76 минут. Если бы, блин, не курочка и не некра. О, боже, пацаны. Не, ну, это на вставочку. Да сдохни. Уф. Это просто нечто, ребята. Я не знаю, что это за игра. Столько ошибок, но такая катка лютая на грани проигрыша. Уф, мы бы давно ее выиграли, если бы Найкс не обижался. Не знаю, что он 19 раз он умер. Сколько я раз умер? 9 раз. В принципе, нормально. Но это жесткая игра, ребят. Не знаю. Это жесть. Это просто лютая игра. Но тут по-любому, ребят. Хотя бы за эту катку уже лайк поставить. Let's go next away. Сейчас сыграем через другой билд. Через Атос сыграем, конечно же. И через Дагон, и через Дагер. То, как нужно играть на Sky. Ну, сейчас также, в принципе, тоже хорошая катка. Через Дагоним все-таки билд нормальный. Тем не менее, ну, ребятки, по кайфу. Let's go next away. Бери. Так, ну это что? Это мид, ребятки, это мид. Друзья, после прошлой каточки это, конечно, просто что-то жесткое. Я не знаю. Ну что ж, сейчас будем играть дефолтную катку. Если та катка у нас получилась через аганимы конкретно, то в этой катке мы должны, во-первых, что сделать? Это забанить Нерубиан Ассасина. Тиника желательно забанить. И будет все хорошо. Где наш Скай? Вот он наш Скай. И сейчас пойдем душить далее. В общем, что мы сейчас в этой катке будем делать? Конечно же, эта катка будет через Атос у нас, конечно же, будет через Этериал, через Дагон, и будет все у нас овер жестко. Как раз тут Тинкер, вот, отлично, с Тинкером можно будет разбираться через Дагон, Атос, и, конечно же, Октарин тут также должен быть. Посмотрим, во что у нас катка тут выльется. Сейчас будем жестким херокиллером. Если в прошлой катке мы жестко не доигрывали, то в этой катке мы сейчас все переиграем. И сейчас будет, конечно же, все намного лучше. Сейчас мы посмотрим, насколько будет лучше, конечно. Может, вообще не будет. Может, вы вообще это видео не видите, потому что я проиграл здесь игру в ноль и как рак бегал. Так что не суть, не берите в голову. Если смотрите видос, значит, что-то годное по-любому будет. Я просто так видос не вставляю. Так, ну что, ждем. Ждем. Сейчас XL-ка у нас пройдет драфт. Никто не берет смотрите в команду. Как будто 4 АФК у меня в команде. А, ну, в принципе, это классика 4 АФК. Ладно. Так, Руфа на рандоме дали, пацану. Ксинчик, Хекс надо будет. Давайте попробуем расчехлиться в билде. Что мы должны сделать? У Таунова сдавать. Дагер у нас будет. Будет Дагон, Этериал, Октарин, Тревел и Атос. И Атос мы поменяем на Хекс, наверное. Да? То есть Дагер, Дагон, Октарин, Тревел, Атос, Хекс, Дагер. А, смотрите, блин, а что с монопулом делать тогда? Угу. А что с монопулом делать будем? Непонятно. Ладно, посмотрим. Посмотрим, как игра пойдет. И будем душить. Будем душить. Погнали в центральную сейчас. Берем нулик, но через Дагон. Дагер, Дагон. Такое, посмотрим, как будем собираться. Ничего загадывать не будем, но хочу хорошую. Прям херокиллерская катка должна быть, потому что через Дагон идет прям жесткий херокилл. Херокилл жесткий прям идет. Опа, пошло дело. Все, молодцы, ребята, запулили. Go, observe мне. Кому дал? О, хорош. Нифига, я уже даже не заметил, как он быстро мне дал. Не, как он мне быстро дал этот вардик. Let's go. Лордов на Вернуса взяли. На Вернуса будем через Дагон убивать. Навернуться через Дагон убьем. Сейчас у нас будет задача перефармить мидера, поубивать его. Желательно 50 крипов иметь в миду.
И убить раза два его точно. Первый также будем качать. Первый размакшиваем. Возможно, на шестом возьмем ультимейт. Посмотрим, как у нас будет с маной. И будем душить. Ну, прошлая катка, конечно, лютая, ребят. Не знаю, понравится вам она или нет, но это жесть. Это жестко. Ксенодес, все, я понял. Я понял, спалили меня уже, как обычно. Контора такая, что... Контора такая, что GG. Постараемся сделать дагер, догон, догон, октарин, этериалы. Этериалы и душить. И будем душить. Кто-то там музыку на улице так громко слушает. Гоу. Нету пуджа, главное. Пуджей не боюсь я. Это этих сайленс только. Вот у него будет Magic Resistance. Опять-таки сможем своим сайленсом перекрывать. И там сайленсер. Сайленсер тоже будет проблемой для нас, в принципе. Но я думаю, решим всю эту контору. Сейчас центральный поддушим. Опа, руф на топ идет, да? Я думаю, задушим всю эту контору. Надо сейчас прочекать вард. Сайленсер есть вард, да? Куда ставить будешь? Не показывает, куда ставить будет. Так, тинкеросик. Сразу со стиками. Тинкер у нас идет такой бодренький. Бодренький тинкер у нас такой, сразу видно. Не добью. О, хорош. Коки вард. Что значит коки? Оп, хорош. Оп, плохо. Что-то он так уверенно идет на этом, на тинкере. Давайте немного ему плюху кинем. Не дает ласт хитить. А я ласт хичу все равно. Тинкер хороший, поэтому, ребятки, это значит то, что нам нужно сделать 53 крипа. Это дефолтный крипстат будет. Дефолтный крипстат будет. Это чуть под душем, пацана. Это, кажется, ФБшечка. А, нет, стик зажал. Убежал. Хорош. Нормально, но оставляем без фарма его, не пушим линию. Не пушим линию. Постараемся ботл сейчас выфармить. Поскорее. Эх, сколько промахов у дедушек там. Дедушки старенькие, уже не видят нифига. Хорошо. Опа, хил пошел у тинкероса. Почти есть ботл. Опа, Харас спел пошел. Нормально. Оп. Главное добивать и своих, и его крипов. Будет огонь вообще. Сейчас ботлик еще чуть-чуть и заюзаем. Стики вообще желательно принести, чтобы какой-то подсейв был от него. Оп, хорошо. Чтобы какой-то подсейв от него был. Он просто все, пошел в Харас жесткий. Кстати, он еще под траксовой. Опа, давайте сайленс возьмем. Куру реюзнули. Не, нифига. Ладно, руку оставим. Оставим, он там лоу хп. Давай в темпе. Хорошо, давайте чуть подхарасим. Чуть подхарасим. Царича делает извращенец. Я умер, кстати. Ну вот я руфу уступил просто куру, вот и все. Из-за этого сдох. Ай, ладно, плохой старт, хорош конец. Много потеряла бдительность. Печально. Ну просто потому, что руфу уступил курьера. Нагло себе в наглую всегда. Мидер всегда тащит себе в наглую полностью. Ему пофиг, в общем, должен всегда перетаскивать. Ему пофиг, он должен забирать куру, реюзать, и тогда все будет огонь. Но не так вот. Оставил руфу курьера, он там еще время потянул. Возможно, мне он тех секунд и хватило бы, чтобы принести и хилиться. Я просто забылся и сфидил. Понятненько. Ну, слили мид пока что. Возможно, камбэкнем, но не факт. Возможно, камбэкнем. Но это ФБшка, это плюс ботл сапог сразу, а у меня только ботл. И это очень-очень плохо. Плюс сразу ботл сапог. От рун можно будет попробовать сыграть. А, вон тинкер и пошел от рун играть. А я сижу тут разговариваю. Но СС я не написал, естественно. Да, он и в принципе им не помог. Он там на хосте, по-моему. А, нет. Нет. Он не на хосте.
Хорошо. Не было СС. Не было СС. Он жесть душит, как пацан. Эту тычку я должен пережить. Не пережил. Нифига, он под траксой жестко душит. Ай, джи-джи! Молодец, Тинкер. Кабардик поставить, наверное, надо. На рунку. Жесткий дамаг. Под траксой, конечно, дамаг жесткий. Ладно. Мид в ноль. Пока что. Ну вы же любите потные игры. Мид в ноль. Тинкер будет на бустах. Мид в ноль. Мид в ноль. Шестом, на шестом возьмем ультимейт, попробуем. Через ультимейт убить. Это ва-банк будет у нас игра. По-другому никак. А, ну он просто в роум ушел. Все, просто тупо в роум. Тупо в роум. Он с базы к вам. Алло, я такое не регулирую. Гоните, пацаны. Он к вам с базы пошел. Лох, скажи, СС. Да тебе не поможет СС. Господи, чё вы меня так душите? Чё вы меня так душите? Низ, помогите. СС, напиши. Жесть, что происходит? Антинкер молодец там. Короче, стики не тратит. Я его, наверное, даже не убью. Давайте попробуем быстренько раскидаться по крипам. По крипам раскидаться быстренько и отойти. Давайте игнорал напишем просто, чтобы не видеть вот этот дизмораль. Просто ребята постараются максимально меня заморалить в этой катке, чтобы я сдался. Так, раз сначала плохое, берем еще один нулик и тпшку. Это единственное, что должно нам помочь. Тинкер. Но Тинкер СС тут максимально. Хорошо. Это наш клиент. Хорошо. А ладно, лох осталось. Алло, ты видишь его? Что он тут делал? Он в низе был. Он invisible. Хорош. Добрали стрик. А, он в invisible. О, ну нету маны, я просел. Так, надо делать атос. Два нулика, больше не апаемся. Если плохой старт, то пытаться будем играть так. Именно. Именно так. Сейчас на базу на ТП, наверное, пойдем. Вся говно ТП. Пойдет. Хорошо. Давайте возьмем стик. Тинкер молодец там. Отыгрывает как надо. Агрессивно играет. Ну, я уступил ему мид тупо из-за тупости по ботлу. Вот и все. А так бы вряд ли что-то получилось. Я бы просто апнул левел и задрочил бы его. Скорее всего так. Но вот пришлось ботлом уступить. Мид. Так, давайте может на топ пройдемся. Абадона. О, Тинкер пришел, да? Тоже два нулика взял. Опа, на руне можно его принять, кстати. Посредоточен будет. Хорош. Вот сюда делаем. Домой, дорогой. Умирает, по идее. Хорош. Вернул преимущество. Вернул немножко преимущество. Он хоть и хорош, но типа я проигрался ему тупо из-за ботла, я считаю. Я не дам тебе фарм. Мне нужны крипы. Желательно все. Через дотос вообще фрифраги будут. Так, руны нету, забрали, да? Сайленсер. Попробуем. Шестой левел. В принципе, через первый убиваю. Глифчик. Иллюзия. Блин, я второй просадил. Ай, ГГ уже. Я, в принципе, ну нету маны. Все, Сайленсер пришел. Блин, комар в ноглую просто сел. То есть.
Печку дал? Все, я отошел. Сгорит, может. Сгорит, может. Хорошо. Хорошо, все, на базы, от базы играем. Игра такая динамичная, желательно вообще, если, блин, можно Soul Ring даже сделать такой катке. Такой катке можно Soul Ring даже сделать. Но потом я не хотел делать Bloodstone здесь, в этой катке, через Атос игру. Один визард я уже купил. Один визард я уже купил. Хорошо. А больше стоило в луже. Йоу, еще раз через смока. Через смока еще раз сыграем. На руну пойдет, да? Хорошо, на руне встретимся. Инвизибилити. Я сало стан прогулял. О, найс ульт. Хорош. А, если ты есть. Но я сам виноват, ульт прогулял. Ладно, пойдет. Я не думал, что Ксин так близко будет. Он отдал ему и, по идее, должен был вернуться на руну, но он пошел вот сюда. Он его здесь не должно было быть. Ладно, пойдет. Пойдет. Игра такая, напряженочка. 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 Понял, что в прошлой катке я сосал, что в этой, ну, очень-очень что-то. Напряг какой-то. Напряг. Я думал, изи катка будет через мид, как обычно, 5-0 выходишь. Но нет. Получилось так, что... Сильненько. Каточки тут. Так, есть ультимейт. Хорошо. Оп, сайленс. Хорошо. Через духов убивать будем. Отлично. Через первый. Оп. Пойдет. Все, я ушел. Ля, там вообще жестко что-то. Они, у них очень агрессивно все. Кстати, у Тинкера до сих пор нету рыболов. Это очень хорошо. Хоть он и роумит, но у него все не очень гуд. У меня сейчас, если Атос будет раньше него, его рыболов, вообще будет классно. Тогда просто по КД он будет пидонить. Пидонить по КД будет. Ксина я тоже, по идее, сейчас убиваю. Дайте отпиться. Вы что, браконьеры, что ли? Смотри, просто стоит и дрочит меня. Я вас понял, товарищи. Что за рунка? А, неплохая руна, кстати. Никакая, называется. Но проблема в том, что нету вардов. Очень большая проблема. Блин, да что с вами? Давайте поварди мне, но я не хочу вардить. Ну, типа, вот отвечаю. Вардить я, ну, трили, что-что, вот вардить я не хочу. В этой катке я и так без бустов. Варды ставьте. Если хотите вин. Надо на низ пойти опять принять вот этого чувачка. Так, ну Тинкер в лес ушел, да, походу? Тавр добили, плохо. На топе фарма много. На низу сайленсер. Нулик можно будет уже, в принципе, продать. В этом в скором времени. О, Тинкер взял, да, уже? Провел. Это плохо. Тэп уберем. Будет фармить мид? Фармить мид будет. Как хорошо. Ой, как же ему сайленсер жопу спас. Просто ору. Молодец, Сало. Это называется командная игра. Запоминайте. Вот так вот. На всю ману заспамливаем. Бегаем на базу, как дурачки. Ничего страшного. Так, в крипстат мы не вложились. В мид мы вообще не вложились. Мид отвратительный, ребят, был. Мид вообще отвратительный был, но ничего не поделать. ТПшки нету у меня. Рокса бафнула. Если драку выиграют, вы хорошо будет. Тинкер прилетел, но мне нет возможности лететь туда. Гоу, здесь руна, по идее, должна быть хорошая. Посмотрим, что она нам принесет. Может, будет хорошо. Так, сайленсер купил варды. Что за руна? Монета. Плохо. Я надеялся, что какая-то руна получше будет.
Надеялся, что руна получше будет. У нас почти есть Атос. Это очень хорошо. Но Атос поздненький. Но тем не менее, будет импакт с него. Импакт будет. Идем подфармим заодно. Крипочков. Хорошо. Опа, ребята забрали. Мужчины. Мужчины. Отлично. Отлично. Хорошо. Возьмем ультимейт на 1000 урона, чтобы получше. Пинкера вообще, в принципе, могу соло тогда убивать. Но есть одна проблема. Опа, это кто? Ксин. Это Ксин. Это Ксин. Пусть у него Flame Guard пропадет. Вот это очень плохо. Вот, вот этот пик 3 ультимейт заруинил просто. Жесть. Сейчас бы у него просто Flame Guard пропал и все. Я бы задушил. Го до леса. В лесу добьем. Хотя, в принципе, можем нулик просто продать и все. Ладно. Ну, видите, как все плохо складывается. Но. Все должно быть норм. Все должно быть норм. Так, делаем. 775 маны. Давай, давай, давай. Сина через Сайленс убивать, пока у нее ничего нету. Так, есть Атос. Есть Атос. Кидаем Сайленс, Атосим и ультимейт просто. Ваншот. Будет все огонь. Все будет огонь бы. Огонь бы. Кто там, Тинкерос, да? Вон он. Хорошо. Можно будет даже зайти, в принципе. До свидания. Все, через Атос камбэчим. А, руны нету. Все, я на Б. Через Атос попытаемся закамбэчить сейчас, ребят. Давайте смока. Активная игра через смока. Несмотря на то, что такой мид был. Попытаемся камбэкать. Легкие выигры. Не любите, поэтому вот такая подненькая. Так, Ксин. ДДшку взял, да? Ксина вообще изи могу убивать. Он на ремнанте постоянно. Это точно. Это 100%. Нужно кинуть Silence, закинуть Атос, я его также убиваю. 900 хп под амплификацией, это просто крип, по сути. Опа, он дальше идет, да? Я могу его вот здесь подцепить. Он очень нагло идет. Я тупой. В принципе, я не удивлен, что я тупой. Я вышел, короче, потерял таргет, герой. Дальше пошел и GG. Дальше герой пошел, и GG. Герой дальше пошел. Тут не юзаем ультимейт. Тут хватит вот этого. Хорошо. Этого тут вполне хватает. Там нанизу. Ксин, да? Он через ТПшки будет работать. Попробуем сейчас. Еще раз. Главное нажать Silence. И все. Я успеваю, по идее. Главное нажать сенс. Если я вот сейчас отсюда выйду, я успею сал нажимать, и все. А то вот столько накину, он сразу уйдет. Сайленс, надо успеть вот отсюда, вот так вот. Ля, что делает? Прям вот... Ну, не уверен, что меня там видно было. Не уверен. Ладно, ждем. Второй раз он сейчас по-любому придет. Даггер next там. И догон. Ну, желательно сейчас даггер для зацепа лучшего. Для лучшего зацепа. Ну тут никак по-другому. Просто шугануть и все. Пусть идет отсюда, чтобы тавр не хапал. ТП-шку возьмем, сейчас пойдем в другую линию. Даггер нужен, чтобы Ксина убивать. Сейчас даггер постараемся доколотить. 1300 есть. И будем душить. Как видите, игра потненькая, игроки хорошо играют. Если бы они как тупо, как крипы, господи, Т-шку слил. Если бы как крипы тупо дохли, ну то да, это понятно, что... Изи, пацаны. Но тут, видите, парни соображают. Прям. Хорошо так. Пацаны. Дефолтные мувы делают. Получается. Вот сюда. Абаддон. Абаддон засейвит всю контору. Его подраконим Абаддона немного. О, Ксин идет. Если будет это атака... Так, сделаем. Я, скорее всего, умру сейчас. Да? Это атака жесткая. Пацаны поддушили. Гоу.
вот так делаем. Хорошо. Хорошо. Далее. Пару крипов забрать бы с мида. Надо дагерок. Тинкер. Надеюсь, нет дагера. Все, гетбэк. Дагера еще нет. Это радует. Хорошо, Абадон там задавил. Ну, нулик продам. Но на ТП-шку не будет. Давайте лучше не будем нулик продавать, если сейчас успеем сюда в засаду засесть. Это вообще классно. Не, не успеваем никак. Не успеваем. Хотя, может, и успеваем. Не, он не идет туда. В засаду. Че, не будет там хоста? А толку с хостой еще? 30 секунд он будет спокойно бегать. Ну, чуть меньше, 15 там. 20. Не помню, если честно, сколько хоста идет. Напомните, пацаны. Даже, по-моему, на ней не написано. Так, замедло я раскачал. Замедло раскачал. Давайте пачки крипов тут сомнем. Быстренько. Тут вообще и глобалку бы катить, юл нужен. Глобалку. Кто там убивает? Ксин, да? Ксин вообще профессионал там. Профессионал тулс. Так, дагер есть. Не палить, главное. Тинкер прилетает, мы его убиваем. Ксина я не могу поймать. Надо мой сайленс как-то в тему закидывать. Интересно, будет кто-нибудь лететь? Тинкер нет, да? Да, нет. Ну, тот, кто ждет, тот должен получить. Нет. Не получим. Не получим. С вот этого пацана вообще нет смысла. Я просто кидаю на него свой ультимейт. Он нажимает свой ультимейт. Все. Классика. Классика. Тинкер на меду. О, дагер есть, да? Плохо. Плохо. Куда ты идешь? Можно вот сюда. Дагер есть, это плохо. Ну, на самом деле, на мои ганги кончились уже. 21 минута. Я что смог, то выгангал. Потому что Тинкер купил дагер сейчас только в драке с пацанами. Постоянно хожу, что-то пытаюсь кого-то найти. Но никого не нахожу. Тракса в лес ушла. Тракса в лес ушла. На низу Тинкер работает. Давайте попробуем сюда. Нету никого. Лоу. Никого нету. Опа, понял. Дагер сейчас откатится, тоже хорошо. Вот тут сейчас фармить будет. Нету. Тут тогда? Да ё-моё. Вот что это такое? Хорош. Входим. Еще сейчас Атос будет. Кошечки. Хорош. А чё, Атос я на себя нажал, что ли? Это как вообще? Это возможно? Почему он меня в КД ушел? Куда я его нажал? Я не понял. Ладно, гонис. Вообще-то я планировал нажать ультимейт, прыгнуть. Не знаю, мне дагер надо перекинуть. Дагер надо перекинуть. Оп, я замедлю его. Хорош. Хорош. 23-я. Так, далее что мы должны сделать? Я пойду в догон. Догон. С маной, конечно, лютая проблема будет. Но попробуем такой билд. Конечно, билд через Bloodstone вообще по кайфу. Тем, что вы постоянно муваетесь правильно. Быстро ресаетесь. И не ищите никого, по сути. Я, по сути, никого и не искал. Постоянно в драке с ребятами. Гоу сюда. Продадим вот эту штуку. Ксина надо поймать. Я не могу, он постоянно мувается от меня. Где-то надо. Сейчас встать. Сейчас разберемся немножко. Блин, я нулик продал. Вот я дебил. Наверное, на низ сейчас полетит. Крипов слишком много внизу. Я нулик продал. Охрена, вопрос, если мне опять его сейчас покупать. На догон. Господи. Ну,
Это нормально. Сколько тупников уже насчитали? Не знаю, я сейчас на последнее время очень рассеянно играю. Ну ладно, этот гайд попадает под эту рассеянность. Пусть, ничего страшного. Бывает. Ничего страшного. Так, никого нет туда. О, Тинкерос прилетел. Сайленс. Как хорошо, что я не прыгнул в этот сайленс. Ну, типа, нет варика. Парень просто откинул и свалил. Опа, руна. Заберем. В лес опасно ходить. Вместе, что ли, надо как-то. Вот так вот делать. Оксана низ вышла. Хорош. Син вниз пришел. Гоу ближе к лесу. Тинкер там нифига себе бушует. Вообще нагло играет. О, так это конечная. Боже. Хорош. Так это конечная. Син на низу. Сняв КД все. Опа, диспел. Я живу тут в любом случае. Хорошо. Боже, сколько ульт идет. Хорош. Даблкил почти на вставочку. Эх, никто не нажал кнопку. Так, travel вообще взять. Нулик есть, типа есть догон, но лучше давайте travel возьмем. И wizard. Нам нужен travel и wizard. И ксина надо как-то... Блин, я не могу все никак. Я занят постоянно этими поисками. Не могу никак выцепить ксина. Ксина не могу выцепить. Так, ну фармимся пока. 13 фрагов это мало, но... Идем к успеху. Чуть позже сделаем все. А старт-то какой вообще хреновый был. Сейчас-то хотя бы чуть подтаскивать пытаемся. Что там у тебя есть? Орба. Орба это значит, он скоро... Опа, он идет на топ. Идет на топ. Сейчас есть шанс его убить. Но надо, чтобы после фиста... Пусть фист даст. Все, фист дал. Прыжок и сало. Оп, вот так вот, таверна. Все, вот теперь я сделал все правильно. Отлично. Забрали на всю ману, правда, ну. Не суть. ТДшка. Ах ты, Крис. Рич что делает? Ну, умер. Слишком много дэмэджа. Убили мы пацана. Тоже хорошо. С монорегом что-то делать надо. Вообще монорега в этом билде не будет. Не знаю, но Bloodstone я уже делать не буду, наверное. Уже поздновато. Bloodstone-чик. Так, одного крипа не хватает. Вон внизу крип, да? На тинкере. Тинкер дефолтный будет, в принципе. Тут бы еще, блин, линку бы сделать. Что у нас получается? Догон. Этериал, лактарин. В принципе, и все. И билды заканчиваются, да? Плохо. Стики в помойку. Так вот делаем. Смока. Вот сюда. Купаешься. Тинкера бы выцепить. В принципе, когда он вот так реармится в наглую, вот так в такие моменты можно его выцепить. Он очень уязвимый будет в этот момент. Только надо будет ловкость рук проявить. Надо будет кинуть ему ультимейт сразу, чтобы заеблить. Так, син на топе. Попробуем сейчас. Прыжок сала сразу. Прыжок сала. И GG. Опять я в этот тайминг попадаю просто. Прыжок сало, только прыгаю, сайленс давать, он фисты опять. Второй раз такая уже тема. Надо ждать, пока он фисты не сольет. Нельзя так прыгать. Значит, GG. Я просто фраги вот так. Уже два раза он ушел, так два фрага это. Это уже два фрага. Вот так делаем. Должны поймать тут. Вот так вот, да. О, второй летит. Второй я отдал. КД третий. Два. Один. Улетит. Ну вот дождаться, дождитесь. Дождитесь. Чуть-чуть, вот, ну блин. Чуть-чуть не дождались, пацаны.
чуть не дождались. Чуть не дождались, получается. Эк. Давайте сейчас вард поставим вот сюда. Поставим туда вард. Где там вард есть? Отлично. Один вард. Смог бросим. Ставим вард себе. Постоянно приходится на базу бегать из-за монопулов. Вот сюда. Ксин так и будет всю игру бегать туда. Лево, право, лево, право. И душить. Сюда вард. Сейчас Тинкер сюда полетит. Он уже в ХГ выходит. Просто тактика на Ксине. Не знаю, всю игру с Ксином придется бороться. Тинкер летит. Сейчас будет реармиться здесь где-нибудь, я прыгну. Или не будет. Прячемся. Возможно, сейчас на next пачку полетит. Надо, чтобы он тут где-то реармился, тогда нападать. Вообще желательно догоном ему слить все. Догоном просто тыхнуть ему. Прыжок, догон. Тогда он уже точно не уйдет. И дальше сайленс и атос. Кто там? Син. Иду. Хорош. Смотри, какой шустрый. Души, души, души его. Ууу, сало дали. Но нету кнопок. Догон отдал я. Ксина. Сайленсер его сейвит. Два раза уже досейвил при мне. Два раза уже сейвит. Го, пройдемся. Траксу поищем, пока она не нафармила. Че у нас у спектры? Маднес. Урна. Немного, но... Что есть, то есть. У меня сапога нету. А где мой сапог, собственно? Что, простите? Я дабл-кликом их разобрал. Я думаю, почему я такой медленный? Я, походу, бинды когда... Да, я бинды перекидывал и без сапога пошел. Вот почему. А, боже. Как вы вот такое можете смотреть вообще, ребят? Это рофл, конечно, но... Вот и я вот говорил про эту тему, вот проблема вот эта. Когда бинды перекидываешь, то есть я постоянно вот так вот перекидываю. То есть если нажимаешь еще раз одну кнопку, то ты потом перекинешь вот так и GG. Это жесть. И вот в итоге так и получилось. Что я перекинул бинт. И в итоге не перекинул, а разобрал. В итоге разобрал. У меня нету кнопок больше. Маны нет. Маны нету. Давайте табор хотя бы заберем. Догон будем максить для Ксина. На базу. Жесть, вот это, конечно. Блин, что первая катка, что вторая, вообще комом. Комом просто. Придется за команду подвардиться. Сина надо поймать, сейчас на низу он пойдет. О, ракета прилетела. Пока у него линки нету, опять-таки придется линк туда сбивать. Маны я не слил, это радует. Сейчас еще один пациент прилетит. Вард есть? Вон он на топе. А, линка уже есть, да? Ну, догоном придется сбивать его. Там три на топе. Ес вообще что-то газанул там. Ес что-то газанул. В атаку обратно. Я его могу через тагон убить. Она на Абадоне. 50 урона, кстати, хорошо у Скай демейджа. Это радует. В керри катке будет весело. Это радует. Помазали жопу пацану. Сайленсер. Эх, понял. Понял.
Понял. Надо агрессивные варды. Go Wars, здесь так не. Опасненько, правда, но. Так. Так вот. Угу. На топе. Так, попробуем. Успел. Ладно. Куда это ты там побежал? То есть. Че происходит, да? Такая каточка чисто. Лютая. Ксин идет. Просто душим с руки. Так вот делаем. Хорошо. Ребятам помогать. Опа, глобалка. Дагон 4 делаем. Знаете, почему дагон 4? Для того, чтобы овнить Абадона дополнительно. Хорош. Сало на миду. Через третий просто умрет. Если успею. Дагер, дагер, дагер. Хорош. Ну почти на вставочку, да? Дагон 5. Сильно топит. Дагоном сбивать придется ему. Через ультимейт убивать. Он так да, рано или поздно до ХГ дойдет просто. Он, в принципе, по низу дошел до ХГ. Но это и хорошо, что такая суета в игре. Сейчас, наверное, попробуем сделать именно Бладстоун. Нет, не Бладстоун. Нужно сделать Эктарин тут. Так, таргетно. Сбивать ему надо. Таргетно собьем. Сейчас попробуем Эктарин сделать. Что-то ЕС газанул. Если ты его не убиваешь, все что. Что-то ЕС. Да ладно. Я думал, хватит. Бред. Но вторым, не знаю, второй бы точно помог. Не суть. Жесть. Жесткая катка. Жесткая катка. Там на речке. Аба. На низу, Ксин, да? Прыгаю, первый. Я нажал. Успел, хорош. Это иллюзия спектры убила. Забирай. Забирай. Фига он меня тут видит, варсты. Вард стоит. Молодец. Так. Хекс бы тут еще. Ну, Эктарин, Хекс. А Хекс возьмем вместо Атос. Получается так. Сделаем. Отменил. Странно. Очень странно с его стороны. Мана у меня не хватит, да? А хватит, по идее, через силу, если убью его. Хорош. Бедная Тракса. ДДшечка там. О, на базу сходим и придем. 2800 имеется. 2800. Но играем против хорошего Тинкера, получается. Я его уже перестилил. У меня герой более... Меньше кнопок, больше импакта. То есть у меня такой герой примерно. Меньше кнопок, больше импакта. Ну, Ксина я еле как убил. Так, он сейчас в миду будет. Давайте попробуем. Если что, Цэшку, сразу Р. Но после его фиста. Я вроде успел в прошлый раз нажать. Но так еще раз сделал. Ага, он на руну пошел, да? Ага, идет. Кстати, с ХГ можно сыграть. Я ожидал ему в первый. Вообще второй даже линку сбивает. Странная очень хрень. Это мой микроконтроль называется игра.
Хорош. Гоу-гоу-гоу. Хорошо, главное, замедло есть, там с руки убьем. Хорошо. Отлично. Гоу сюда. Сейчас не накосячить, главное. Сбить ему Линку. Хорош. И накосячил на этот раз. Так, 4К, это значит солбустер есть. Блин, выравниваемся. Жесть. Выравниваемся. Выравниваемся. Опа, чай. Найс МХ, братан. Абиссал нужен. Спеки. Абиссал. Хорошо. О, вардик поставил. Отлично. Молодец, Руфчик. Так, вард-то, да? Вард влез куда-то. Блин, но мы не можем пушить, пока спека не оденется. Надо ждать, пока спека оденется. И не факт, что он оденется, кстати. О, вот так вот сделаем. Так сделаем. Траксу сейчас убьем просто. 3 и догон. 3 догон. Потом далее будем искать кого-нибудь. Ну, давайте вот так сделаем. Чтоб не бегать. 3 догон. Так, я спалился под крипами. Все. Под крипами я спалился. И мне приходится двух сложных героев, сложных эскейперов пытаться находить. Это очень тяжело. Не-не-не. Я не стал догон уже давать. Опасно, хп лоу у меня. Хп лоу. Не-не. Надо уходить. Надо уходить. Тинкер быстренько кнопочки нажимает. Если бы я прыгнул, сейчас стык отдал бы. Так, прыжок. Сбиваем. Сало кидаем. Прыжок, сбиваем, сало кидаем. До свидания. Опа, минус глобалка еще. Гоу. Траксу сразу убью. Догоны есть. Хорошо. Давайте Абадона подушим еще. Уф. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, щит. Ой, ну точно на вставочку можно будет сделать. Жестко что-то. Точно на вставочку. Так, там этот чувачок. Но у меня есть уже Акторинчик. Дальше Этериал можно. Хорошо. Хорошо. Отлично. Ну да, такое. Мой ТП, конечно, ужасный. Хве будет падать, глифа нет, да? А у меня быстро ТП кдешится. ТП кдешится быстро. Рега. Отлично, даже на базу не надо будет заходить. Так, сделаем. Хорошо. Но монорега, конечно, не хватает в этом билде, но этот билд мне помогает сейчас выиграть. Если прикиньте, если бы я играл через именно тот билд, мана была бы, в принципе, мана была бы постоянно, я бы, может, на базу и не бегал бы, но дэмэджа не хватало бы именно такого таргетного быстрого, именно фастовый дэмэдж. То, что мне нужно сейчас в этой игре, это фастовый дэмэдж. Надо прыгать в него, давать ему сайленс и давать ему фастовый урон. И все, и он в таверне. Он просто сплит. Они просто нас двоим с Тинкером будут сплитить, и все. Это вся игра будет такая. Надо ждать, пока спека выформит. И тогда будем работать максимально. Так, спектру. Ой, спектру. Траксу еще не забывать овнить под таким вардом. Это очень нужный вард, который будет помогать двигаться постоянно. Тракса вообще, в принципе, крип. Ага, она выйдет сюда. Вижу.
Хорошо, я правда очень сильно рискую. Ушел я. Че тут никто не дефится? Хекс. Ой, ладно! Найс. Опай. На тинкере. Опай. Он просто шел, как будто знал, где, и быстро кинул. Я сейчас туда сразу же пойду, проверю с энтри, потому что, возможно, софт какой-то, может, не знаю, очень быстро. Типа, я не думал, что я тут сдохну, в принципе, вообще, в целом. В целом, вообще, я тут не должен был умирать, как бы. А варды стоят, походу. Зайди в инвиз, друг, сейчас умрешь. Ну, сейчас все, он в инвизе, не должен умирать. Если рук еще кнопки нажмет, хорош, второй. Только с инвиза не выходи. О, спектра заигнорила просто. Спека. Ой, лол. Просто заигнорила спека. Там хекс. Сейчас руф выйдет с инвиза. Но умрет с догона просто сразу. Он как будто байтил на тинкере, да? Серьезно, вот так отыграл сейчас. Как будто подбайчил, знал, что сейчас он выйдет. Очень странно. О, игнайта ему, игнайта. Спектра опять 800. Так, ну затише перед бурей. Блин, ну я не верю, что там ворд стоит. Он просто тупо пошел и сделал все. Блин, он может сейчас меня убивать, в принципе, через это. Через хекс. Это плохо. Линку бы. Блин, тут линка нужна, а билд хотелось бы доделать. Прям очень хотелось бы. Этот варф мне очень сейчас пригодится. Если она еще раз прилетит, мне кажется, она может попытаться убивать спектру. Надо будет знать, он, блин, если у нее есть что-то, он будет знать, что я тут. В принципе, он может и... Может, просто так повезло по ситуации. ХЗ очень жестко он так замутил. Дальше идем. Ну, если побайтит, это очень хорошо. Скади. Ну, мне кажется, Тараска лучше бы зашла, чем Скади. Сало. Гоу в мид, короче. Блин, тупая беготня. Я думал, спека побайтит. Кто-то ТП сделает. Не удалось, получается, да? Абадончик. Еще 200 хп. Блин, много суеты такой ненужной. Вон, гоу, пацаны, поможете. Я его не вижу. Блин, руф, кстати, этими глазками может выиграть игру. Может накидывать на деревья, тинкер будет куда-то тпшиться. Хекс надо некстом делать, ребят. Тут без хекса никак. Вообще. Тинкера я соло не потяну, у него хекс уже. Бегать за ним по всей карте. Такое себе тоже занятие. А то поменяем на хекс и сделаем этериал еще. Почему нет? Почему нет? Я не успеваю, какой смысл туда отправиться. Нажал кнопочку на тимке, парень. Блин, постоянно низ просаживается. Это же съест там соло рошел. Что, рофлите, что ли? Я не пойду соло на него. Он меня обоссыт. На тинкере пацан обоссыт. Что, у меня маны много, но хп немного. Маны много, хп немного. Хорош. Ну, Рошана подарили, да? Хекс надо срочно, ребят. У меня получается сколько? 4. 4К есть, да? 4К есть.
Если подбайтил бы он, я бы вышел бы задушить. Но там Хекс. Он боится сам, что сдохнет на спектре. Я понимаю его. Уф. Кинкер. Дело такое. Так, терпим. В принципе, я умер всего 4 раза с того момента, как я вначале нафидил. Сейчас на данный момент 4 раза всего умер. Это очень мало. На 50-й. Если так пойдет, будет очень хорошо. А Круфа там душит. Домой. Хорош, ошибся. Очень близко были мы. Руфу засейвили личка. Хекс надо, ребят. Чуть-чуть до хекса, в принципе. Хекс тут, ну, 100% некстом надо. Никак иначе. Даже вместо... Блин, ну Атос тоже не хочется пока продавать. Атос может пригодиться еще на файтингах каких-то. Но хекс прям must have. Over must have, я так выражусь. Over must have. Так, ну 1000 до хекса, это в принципе приемлемо. 1000 до хекса, это приемлемо. Меньше, чем 1000 до хекса. Смотри, что делает. Лотоса. Глобалка. Хорош. Сало сдох просто. Так, блин, не хватает, да? Все равно. Так, 20 секунд, гоу. Давай, давай, я на него сало кину. Хорош. GG. Кинкер. Гоу, чуть подушим. Хорош, я тут еще хекс сейчас куплю. У меня в куре все лежит, да? Отлично. Но стоп падает, но не падает. Рук может хилить, в чем проблема. Давайте сделаю вид, что я отошел. Я ухожу. Хекс забираю. Сайло бэк. Есть хекс. Если что, на отходим. Все, найс. Найс. Вот сюда. Есть хекс. А, убил сало, иллюзия там убила сало. Найс. Так, кинкер. Бам. Найс, я хекс успел быстрее направить. Успел быстрее направить. Хорош. Отлично, тинкера нету, 80 секунд. Го, тинкер, 80 сек. Пора чат включать, камбэкнули, чтобы не было никакого флейма, ребят. Игнор чата делаем, и получается. Я считаю, что нормально камбэкнули. Я очень плохо начало сыграл, но сейчас уже камбэкнули нормально. Гоу, полетели. Блин, жесткий билд получился, но Атос поменяем на Этериал. Атос на Этериал. Захексим парня на Пандарене, Пандарене, и... Будет нормален. Блин. Так. Эх, он не умрет, да? Сали еще бегает, сало дали. Хорошо. Отлично. Спека Стараска. Ну, ГГ. Все. Мы перетерпели, ребят. Перетерпели. Перетерпели. Жесть. Такая катка тоже, как и... Как и первая. Как и первая. Как и первая. GG. 3 FF сразу. Син не оправдал ожиданий. На самом деле. Кинкер резнулся, да? Тинкер, сайленсер. Будут дефиц, пацаны.
Ва, сейчас спектрал затопфило. Да он не фармил, он как бы сплитом занимался. Хорошо. Так, ну пойдет. Очень много фидел. Блин, ну тяжелая, ребятка, рили. Я давно такие игры не играл. Прям, ну, получилось. Задушили. Опа. Отлично. Сюда. Кингера поймали, GG. Руф затащил просто. Я вам отвечаю, Руф своим виженом затащил. А, просто. Хорош. GG. Руф молодец. Руф молодец. Руф выиграл катку, это смело могу заявить. GG, ребят, очень хорошая игра. Не знаю, на самом деле, начало очень тяжелое. Очень много ошибок. Очень много ошибок. Но Трент игру сделал. Тут по факту Трент игру сделал. Так что, ребят, такая. Ну, напишите мнение, какая катка вам больше понравилась. Какой билд вам больше понравился. Но этот херокиллерский билд прям хорошая вещь. Очень помогает, на самом деле, в таких моментах, когда нужен фастовый дэмэдж. Да, это немного тяжело раскайтить. Немного тяжело понажимать, но, тем не менее, у нас получилось это сделать. Мы это задушили. Эту каточку мы задушили. Не знаю, в общем, ребят, мнение остается у вас в комментариях. Ну и погнали ластовую каточку. Крайнюю на Sky. Я не знаю, честно. Очень хочется в керри сыграть на него. Посмотреть, что этот герой может в керри. Потому что я такой наркоман. Смотрите, 135 урона своего, но нет армора. Нужно будет бахнуть кирас, и будет все огонек. Так что погнали, ребят, керри катку. Ну и, конечно же, напишите мнение, какая катка вам больше понравилась, первая или вторая. Вроде они обе потные. Первая, конечно, очень потная, тоже много ошибок было. Но и вторая тоже, тем не менее, нормальная. Ладно, погнали некстовую. Так, ну что, пацаны? Центр. Погнали на центральную. Что у нас, керри-катка получается, да? Керри-катка получается. Мид и это центр, если что. Так, напишем, пацаны, что скажут. Да я центр. Так, Мипа, Тини. Тини, жирная свинота. Тиника не люблю, Ерспруйкера люблю. Так, ну у нас вариантов нет. Скай надо брать. Геом. Дирол. Дирол, пацаны, Дирол. Сикера взяли. Сикер, кстати, нормальная тема. Го, центральную, пацаны. О, Клок с ракеткой на первом левеле. Это для чего? Интересно. Мне интересно прям, для чего Клокверк с ракеткой на первом левеле. Прям по кайфу, пацаны. Так, ну что, друзья, керри катка. Если первую, вторую катку мы отыграли жестко, и у нас так получилось, что опять Тинкер. О, просто майн. Если первую, вторую катку мы отыграли очень потно, то третью каточку, конечно же, фановую мы должны сыграть, ребят. Фановая каточка сегодня здесь и сейчас. Это как Пепси прям. Но это не реклама, это просто вкус. И, как говорится, очень хотелось бы узнать ваше мнение. Нужна ли вам катка в четвертой позиции на Sky? То есть, ну, четверку тоже юзают иногда. В топ-ТБ их юзают эти четверки потом. Через мид также его юзают. Но две катки через мид... Извиняюсь, две катки через мид задушили мы уже. Соответственно, теперь нам остается только керри катка фановая. Но если вам нужна четверочка, не вопрос, напишите, я сделаю этот видос дополнением, но чуть-чуть позже. Я думаю, вот этот гайд как выйдет, будет очень нам она хорошо. Так, опа. Айс на него еще повесил. Клока бояться почему на первых левелах? Потому что он может первым спеллом просто задушить. А этого Клока нефиг бояться. Он качнул ракету.
А я ничего не качнул, в этом проблема. Чё-то я тупанул. Его душить. А, я понял. Все, позаружу. Чё-то я заболтался на самом деле и ничего не сделал. Мог ЕСа убить. Ладно, не суть. В общем, ребят, керри-катка на данной игре должна быть. Добиваем крипа вот так вот. Керри-катка. Тинику ничего не должны дать в миду вообще. Я у него там дэмэдж, он заластхитит даже... Даже меня заластхитить может с этим топором. Смотрите, там какая оплеуха просто. Просто лютый чапалах там залетает. Невиданный чапалах залетает просто. Так, хорошо. Опа, стичок взял, да? Ну, Sky стик вообще по кайфу. Это как Бристлбэк. Только это Sky. С руки просто поддушивать его и все. С руки поддушивать. Хорошо. Го вот так. Хорошо. А го вард еще оставим себе. Будет вообще отлично. Тиника поразминать бы. Оп, и не добил. Хорошо, этого добил. О, хорош. Тинику по тычечке скидывать, если так чисто. Комиссионные тычечки. Будет отлично. Сделали вид, что не поставили вард. Но на самом деле поставили. Оп, хорошо. Все, не подпускать его просто. И я думаю, на 4 левеле мы можем его оформить даже. Да даже сейчас, в принципе, можем оформить. Ля, промахи какие. Промахи какие. В упор. СФБшку отдали, ребята. Ничего страшного. Просто пушаем. Пушаем. Оп, неплохо. 4 левел, добрый вечер. Давайте плюнем, отойдем. Сапожок. Первым артефактом. Монетка. Довольно-таки неплохо. Подходим. Оп. Оп. Если бы вылетел промах, это вообще, конечно, страх был бы. Но, в принципе, все рассчитано. Магический урон влетел на третий. Нормалин стики не помогли ему. Можно сейчас линию подпушить немножко к себе, поближе. Но тени немного обоссан. Чуть-чуть так вытер с себя уриночку. Уринотерапию, так сказать, принял. Кини. Причем не свою, а мою. Ладно, это такой бред, но забавно. Давайте, может, сыграем через ПТ-шечку, не знаю. Я играл одну карточку керри на фазах. Тоже неплохо, в принципе. Ботл надо, конечно, для начала. Ботл, конечно, для начала. Киник ушел, да? Сол ринг, неплохо. Сол ринг неплохо выглядит на сайленсере. Так, погнали. Отбиваться. Сейчас задушим, наверное, его. Let's go. Сходу там. Ай, так ненавязчиво будем аккуратненько подходить. Аккуратненько. Поста. Оп, пошло дело. Застилено, четко. Так и планировалось. Как говорится, на вставочку. Чисто застилил на вставочку. Тинкер сол. Нормальный тинкер. Так, 6 левел. Брать ли ультимейт? Если честно, возьмем. Я не знаю, брать смысл имеет на данной стадии. Или нет? Тиник там бегает. Откуда Тиник? Где СС? Да, сейчас будет. Откуда Тиник? Где СС? СС не было, друг. Давайте ультимейтом воткнем. Мистик Флэр. Вот так вот сделаем. Хорошо. Айди сало качнем.
Плюс амплификация. И, наверное, базу сходим за ПТшечкой. Блин, на самом деле, вообще сделать бы Bloodstone. И керри билд с Bloodstone сделать бы, чтобы у нас всегда была мана. И это ранние HP прям лютые. Вообще было бы круто. Не хочу мид отпускать, давайте фармить просто. Было бы круто. Линка нужна нам тут? Нам тут линка, ну, против сикера. Против сикера в керри билде. Все равно, как бы, линка, блин, хороший артефакт. Против сикера. Ну, против сикера, в принципе, ТПшка будет. Что там еще есть? Сайленсер. И не ест. Ну, хз, честно. Честно, хз. Давайте пока будем просто фармить. Вообще классно было бы сделать Мидасиус. Может, он бы и помог по-быстренькому выфармливать. Побыстрее выфармливать. Так, Тини сюда, наверное, пошел, да? Давайте сразу наперед пойдем. А, нет, все, на топ. Вижу. 3, 2, 1. Монеточка. Есть. Погнали, прогуляемся. Забираем вот так вот. Еще раз сало берем. Первый не докачиваю, просто сайленс. Возьмем. Амплификация хорошая. О, регенерация, прикиньте, сикер выпал. Ладно, погнали на базу тогда сходим. Опа, танцульки у ЕСа. Диско-дэнс, вот эти все там. Гипно-дэнс. Забавно. Опа, 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 атака начинается. Хил, репел. Хил, хорош, нифига себе, там омник. Момник чисто. Смотрите, что делает браконьер. Забрал, прикинь. Забрал. Забрал. Забрал, го, вот так вот. Давайте через фейзы пойдем. Через фейзы пойдем. Вот так сделаем. Смотри, знаешь, что это ТП-6, что ли? Че, Криса, что ли? Инфа откуда? МХ есть, что ли? А, нет МХ. О. Поделил урон весь. Нормально, но не до конца. О, побежали. Начинается самая веселая стадия игры. Задрачивание. Ну, главное, фейзы есть, можно поесть. Оп, еще летит. А с этой справишься? Хорошо. Фейзы, пушка. Как стан не получил? Получил. Получить велосипеды. Что просто, чё к чему? Пойдёт. Просто. Получить велосипеды. Хорошая руна. Го. Первый накачали. Пойдёт. Оп, закидываем. Оп, закидываем. Ботлик. Спасибо. Тини нифига уже киллинг спри делает. Чё за крысятинство? Гоу, душить. Так это ж доминейт сейчас будет. Вот он, Тини, вообще профик. Профи на Тини. Лобалка. Иллюзия вперед. Ну, за душу пойди. Опа. Опа. Все, гетбэк. Отлично. Найс на гангале 2600, кстати. Блин, на такой минуте 2600. Ну, круто было бы Bloodstone сделать. Круто прям, овер клута. Клута. Овер клута. Хорошо, пойдет. Го, еще крипов соберем. Сколько? 35 крипов всего, это очень мало. Но пойдет. И добил. Добил. Хорошо. Сало докачали, го на базу. Так, что нам нужно? Желательно, ребята. Так как у нас керри билд, конечно же, я думаю, по-любому в молнию нужно будет выходить. Но это чисто рафлянская история. Опа, момник. Не хилит. Давайте дагер возьмем для пущего эффекта. Для пущего эффекта пойдем на низ сейчас. Пойдем на низ. Ребята, там, смотри. Хилинг спри, трипл килл. Бля, Тини какой лютый. ГТП.
прячемся сразу. Кинь за даггером пошел. Хорош. Не дал ему даггер купить. Затрачивание. Пошло. Хорош. Задрачивание пошла. Любимая часть игры. А нету нам больше маны. Будет очень хорошо. Хорошо. Отлично. Так, 1600 имеется. Че в керри билде будем-то делать? Не знаю, так по игровому процессу доминируем, но в керри билде-то что делать? КД нету, что ли? А, гайды надо смотреть, друг. Так. Хорошо. О, регенерация. Отличный. Отличный момент, так сказать. Так, 1700. Сатаник, круто, да? Будет. О, тини даггер. От крыса, прикиньте, уже с даггером. Я думал, я ему не дам даггер купить. А он, оказывается, вон оно как. Мы поможем. Хорош. Это плохо. Давайте купим Клоаку. О, нет. Ля, я вообще что сделал? Просто как мапхак какой-то. Клоаку купил просто от Тинника. Ну что, сейчас начнется. Тинитун. Тинитан. Опа. А что спорим, Тини сейчас прыгнет? Мне что-то подсказывает прям. Но Клоаку я взял чисто Тиньк на первое время. Нужная вещь. Думаю, понадобится. Сайленсер. Хорош. Хорошая руна. Ну, от Тинька прокаст я не умираю, по идее. Опа, застрял. Хорош. Что хочешь? Хорош. Че, на вставочку дайте что-нибудь? Дают? Вообще я раскайтил люто. В этой катке очень хорошо раскликано получается работать. Go B. Так, 2400. Ну, линочку, наверное, сделаем, ребят. Ля, там у Сикера, кстати, этот... Это вам не шутка. Это вам не шутка. Го, на базу. И дальше гангаем. Ну и в керри билд выходим. Сначала линку, ребят, сделаю. Ничего на керри пока не будем делать, потому что тут каточка, сами видите, динамика какая у нас. Команда чуть просаживается. Тини купил даггер ранний. И лучше сделать, конечно же, сразу артефакт на подсейв. Это HP, чтобы было у меня чуть побольше. Чтобы нормалин было. Вот тут сейчас сало где-то будет. Мапхак подсказывает мне. Паучье. Чутье. Паучье чутье подсказывает мне. Нет, не подсказывает. Ладно. Паучье чутье меня немножко обмануло. Так, ладно, вот здесь где-то будет. Опа, кто идет? Тиник. Ооо, отлично. Бруно, будешь прыгать? Не надо меня душить. Хорошо. Минус глобалочки. Там, в принципе, некого бояться, кроме Сикера. Сикера и боюсь, у него БМ. Как-никак. О, крипочек. Азес. О, крипочек. Кто сюда? Жестко душит этот Сикер. Там все ребята хорошо соображают играть. Вард стоит. Ах, вы гниды такие тут. Я понял. Тут вард. Опс.
Нахуй гнитки такие. Так, ну, сало юзать, блин, это зашквар. У меня ТПшки нету пока. Они рядом. Если я туда прыгаю, я, скорее всего, там умираю. Прыгаю, я умираю. Все так сделаем, давайте. Пока ночь. В принципе, мы тут пользуемся вот этим варном. Кто-то поставил у нас в команде. Полости. Финика нету. Хорош. Чисто жадный такой фраг. Жадный фраг. Заши его. Хорош. Жаднючий фражочек такой получился. Монетка. Гоу, заберем. И вернемся к ребяткам помогать. Тини там резнулся. Нет, тогда не пойдем помогать. Тини резнулся. Сети не резнулся, опасно. Так, инвизик. Хорошо. Отлично. Давайте чуть пофармим. Блин, тут не керри билд получается. Тут жесткий дефолтный билд. Надо вообще выходить и душить. Катка очень интересная должна быть. Опа. Нажали кнопочку. Если что, блинкаут и ТП. ТП юзать. Жестко душим. Походим. Хорошо. Пол тэпа. Пол. Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорош. Отлично. О, как тут такие тут пацаны? Лёлик, Болик и Балаболик пришли. Ой, какой хукшот. А нет МПшки. Я на одну кнопочку есть. Одну кнопочку есть. Кто там? Там БСик еще. Ладсасер. Но мне нельзя... ...ставляться. Я умер, скорее всего. Ой, не дай бог он Мартретку сейчас убьет. Хорош. Вот так вот делаем. Господи, я все это время стоял просто на месте. Кого на Б? У нас там есть колечко, да, уплотнительное? Отлично. Почти есть у нас уже кнопочка. Тини, конечно, зверь. Дабл килл. Кто там дабл килл? Тинкер, да? Зверь, конечно. Зверь, конечно. А топ сейчас... Бладсасер полетит. Блин, Бладсасера не убиваю я все-таки. Ох уж этот омник. Хильни себя, момник. Ты че? Момник не хиляет себя. О, линка есть. Линка есть. Момник себя не хиляет. Момник себя не хиляет. Чалька. Что происходит? Муаднес на мартретке, как Хен учил. Так. Жестко что-то... Блин, ну опушить как будем тогда? Ладно, линка есть. Погнали, некстовые артефакты у нас какие-нибудь жесткие должны быть. Типа на дэмэдж что-то. Хорошо, линка имеется. Глобально сращен на миду надо будет убить сейчас. С тиником проблемы будут, я так понимаю. Да вообще со всеми там будут проблемы, у нас команда не сильно отыгрывает. Хорош. Сильно отыгрываем мы тут что-то. Там на низу просто в чем прикол. Пацаны поставили вард. Они им пользуются активно. Надеюсь, я успею помочь. Хорош. А у меня линка, друг. До свидания.
Уфа. Уфа. Знаете, такое Уфа есть? Можно замедло? Ах ты, Крис. А я понимаю. Понимаю. Ультракил. Отставочку. Бежать. Бежать, 2500 имеем. Бежать, 2500 имеем. Жесть. Хорошо. Прям, ну, жестко что-то. Портретка Яшку делает. Хорош, умничка. Сикер прикольный, конечно. Видели, он специально подошел в БМ туда. У меня ХП чуть побольше. Может, Скади сделать сначала? Скади. Вот сюда. ТПшечку. Я если быстро все нажму, он умирает. Да, вот так. Очень быстро все нажать. То он там БМ... Ну, успеет нажать, но тем не менее. Отлично все. Как надо. Все, регенимся. Регенимся. Блин, вроде керри катка, а душим прокастом. Ну, такой герой, он прям прокастом вообще на кайфах душится. Блин, была бы мана, сейчас задушил бы его тоже. Можно, в принципе, в наглую прыгнуть? Да, можно. Можно на кайфах прыгнуть. Хорош. Немного контроль потерял, но ничего. 3800 есть. Радиенс, да? На Sky. Этих крипов зафармим и убегаем отсюда. Все, погнали отсюда. Хорошо, хорошо. Далее, что нам нужно делать? Что-то в керри надо, ребят. Можно даже Буризу сейчас просто. Буризу первым артефактом. Буризу. 4200. Или Кирасу. Давайте Кирасу лучше. Блин, Кираса будет палить лишнее. Хотя, в принципе, смогу драться. Нормально будет. Кираса. Че, Скади бы сделал. Никто и не уйдет, и задушить можно. Давайте Скади сделаем. Керри билд начнется со Скади. А почему нет? Как раз жир дополнительный. Жаришка дополнительная, ваша домишка. Ребята, они задерутся. Это плохо. Вот такой сюда. Сюда вот так вот. Ага, с хоста. Но я Скади сделаю лучше. Скади лучше будет заходить. Все, отлично. 4800. Вот так вот. 5400. Сколько? 5400, да, надо? Нормально. 5400. Кормливаем. 20 имеем. На меду 2, да, тени лотар. Это плохо. Это не уязвимость. Вот эту штуку заберем. Б. Так вот. Кто-то по лесу бродит, да? Его задушим. Ну там, наверное, БС. БС, наверное. Гоу, рискнем. В принципе, ХП много у меня. Хорош. Блин, я вообще такой суицид прыгаю просто. 5400, гоу, Скади есть. Гоу, тиник там. Ой-яй-яй. Ладно. Хорошо, Скади есть. Гоу. Скади сатаник, наверное, будем делать. У меня комар тут огромный летает. Ради сатаник делать. Давайте вот так сделаем. Хорошо, погнали. Тиники там. Скади сата будем делать. Скади заберем. Лобалочка.
Хиломник не успевает. Но я очень далеко, чтобы им помочь. Скади быстрее, монополы нужны. Уже все сдохли уже, пока я иду. Все уже сдохли. Пока я шел. Бред. 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 Полный топ. Жестко. Не на топе. БРЕД. А что если? Оп. Я успел. Я думал, а что если? А что если я успею нажать все кнопки? Хорош. У меня два каманы, но мана реген вообще говно. Скади, next. Блин, надо что-то в дамаг делать. Чтобы с руки пробивать. Хорош. ТП-шка. Лотар тоже. Блин, да что ж вы с этими лотарами? В принципе, если я быстро нажимаю. Шел в сторону. Если я быстро нажимаю, я убиваю. Быстро я не нажал. И не резнулся уже. Сикер сало делает. В принципе, в сикера я ультанул, лох бы останется. А ничего страшного. Спалились мы. Найс. Пойдет. Оп, хорошо. Хорош. Пацаны. Пока БСа нету. Хорош, хорошая руна. Я с кадиком буду замедлять. Морти. Хорошо. Морти или Омник, как удобно. Так, там лотарщики, это плохо. У меня не будет детекшена всю игру. Детекшена не будет всю игру. О, сюда, может, если найдем кого-нибудь. Не знаю. Можно мид-тэшку. Ес фармил, фиссуры вон лежат. Тинкера найти бы еще. Может, тут где-то найдем сейчас. Но мартретка не горит. С руки душим. Задушено. Эх. О! Хорош. Но нет прокаста пока что. Я на базу слетаю. Не трогай меня. Хорошо. Дол крит сделаем, ребят. Крит. Побежали. Побежали. Иду. Я не стал там ульт уже вешать, потому что это GG уже было бы. Оп, хорош. Ну как успел. Пацаны, как смог, так успел. Как смог, так успел. Жесть, у меня артефакты. Конечно, такое. А там чуть попучим.
молнию было бы круто сделать, типа с третьим спылом нормально будет. Но. Поезд мида. Фармим дальше. Почти есть буреза. Next Кирасу бы сделать вообще. Кирасу. Даггер очень сильно помогает мне в этой катке. Даггер очень сильно помогает. Ребята дерутся, да, все-таки остались там. Я на Д пошел. Попробуем помочь еще, если добежим. Момник дерется, стоит просто. О-о-о. Герцбрукер. Пача. Пача. А и Криса. Хорош. На меня, блин. Хорош, пойдет. На меня, блин, высесть что. О. Я забыл, что мне с руки надо бить, типа, ну можно. Лол. Дал амплификацию и уписился, короче. Его. Пойдет. Пойдет. Ну, типа первые катки и эта катка, небо и земля по микроконтролю. Прям намного лучше тут контри почему-то. Не знаю почему, может отдохнул, но типа прям намного лучше. По микре. Прям тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, быстренько такая суета. Полная противоположность эта катка. Вообще полнейшая. В сравнении с теми катками. Но тут тоже плотная будет. Хорошо. Почти есть буриза. Можно куру в магаз, в принципе, уже послать. Что осталось? Буриза. Прикольно так, эффект скади и этот. Все есть почти, да? Почти. Хорошо. Есть буриза. И остается last slot. Голдасты там возьмем. Кто там умирает? О, Момник. Момник умирает. Репел себе кидает. Го, так сделаем. Хорошо. Арчит. Понимающий. Чисто понимающий арчит получается. Блин, у них там вардят. Это самое страшное, что может быть. Вардинги у них там имеются. Так, есть. Толкаем топ. Скорее всего, опять тут страта через радик пойдет на курьере. Нужная вещь. Сюда. Battle awaits. Мне нужно убить сикера, желательно, до его кнопок. Чтобы самому еще не сдохнуть об него. Амплификация там лютая. Прям жесткая. Тиник бегал, меня искал. Ты какой умненький. Так, хорошо. Но пока нам нужно, ребят, терпеть. Перевардить как-то. Подвардить, завардить. Не знаю. На мортретку можно смотреть. Примерно по мортретке понимать, есть ли кто-нибудь рядом или нет. Или никого нет. У меня криты как у морты. Лол. Так, хорошо, 25-й есть. Максимум дэмэджа. Можно сало ему дать. Хорош. Опа, отходим. Ну, поджа продаем, скорее всего. Уже, скорее всего, продаем. Опа, я умер, да? Я умер, скорее всего. Бежать. А, уже прибежал я. GG. Джи, стрик отдали. Стрик, получается, отдал, да? Ну, 25 на 1. Тяжело.
Да, Омник, конечно, тяженько. Тяженько все. Ну, ошибка наша, у них варды везде. Просто варды стоят. Парни. У нас нет на атаке. Ух, печально. Тиник, ну это тиник. Тяжелая катка. Там сейчас я сейчас трика дал, сейчас столько там золота. Жесть. А кто еще забрал? Тини забрал. Там сразу сейчас аганим появится. Ну, сорямба, как говорится. Умни. Так, напишем Момнику. Мартретка. Делай. Прочно. Хорошо. Момник на топе. Сейчас, наверное, умер. 5 вардов просто у Момника. Можно все завардить, всю карту. Так, Боря туда. Ай-яй-яй, вот это все. Сюда. На Момника будет, наверное, вылезать Тиник сейчас. Будем просто поджидать. А что остается делать? Дастов нету. Остается дело такое, что... Глобал куда? А, нет, Салдар просто. Арчидович. Момник. Нифига там. Надо бежать. Тини аганим сразу. Я же говорил. Сразу аганим купит. Сразу аганим купит. Хорош. Задушено. Задушено. Так, я не подставляюсь. Хорошо. Где-то тут еще тени под ногами будет сейчас. Блин, там Хекс. Тини, вот он. Хекс. Это плохо. Там Хекс, это плохо. Жесть. Что с ним делать? Что с ним делать? Блин, да, вообще нужно гем желательно взять еще. Опять-таки, тут много чего можно взять. Нужно, даже бы так выразился. Так бы я выразился, что много чего нужно. Гоу. Гоу, гоу, гоу. А у меня армора прям вообще нету. Прям вообще нету. Хорошо. Хорошо. О, тайни. А кнопочек на него не будет, к сожалению. Или Мортри, или мне. О, вард сняли. И GG. Жесть, да, лютая катка получается прям. Жесткая. Если выхука, это сейчас отлично будет. Будет классно. Так, ну сейчас ночь. Ночью вообще не кайф нам идти. Я так думаю. Го мид. Го мид. Варды тут стоят. Момник может умереть, кстати. А, все, на дагере. Отлично. Момник. В центре. Что там, ДДшки есть? О, иллюжен есть. Хорошо. Сейчас день, днем по кайфу будет подраться.
кайфу будет днем подраться. Хорошо, успели убить. Момник. Момник. Фига ты жесткий. Лучше, да ты, блин, чё так далеко? ПТФ. Момник ушел у нас. Клок сейчас умрет, скорее всего. Я не хочу так Аегу сливать. Вообще не хочу. А Омник просто игнорит карту. Люто. Омник ушел просто. Жесть, Омник, конечно. Тяжко. Тяжко. Что, на базу тогда? Что он фармит, непонятно. Так, ладно. Сало тоже, блин, купил Лотар. Не могу никого убивать теперь. Лотар гейминг. Тоже Лотар купить, что ли? Так, профитно. Так, 4400. Вместо Аегиса Кирасу буду брать. Да. Я считаю, что Кираса нужна. А так спит какой-нибудь. А так спит. Так, сделаем. Заранее. Заранее. Ест дизарм сделал. Это плохо, там ребята все, что нужно, собирают. А не так, что от балды чисто напихали что-то в инвентарь. Кайфует. Блин, ботл надо было продать. Ладно, продадим потом. Очень страшно. Там продадим. Дофармливать. Аегис минута 42-42. Понял. А Омник с нами не пойдет, он просто игнорит карту. Фармите. 42-42. Ой-ой-ой, сейчас драка походит, да? Ну, есть шанс реализовать Аегис, в принципе. А тут все пятером они. Это тупо минус 2 будет. Минус 2 скайбреза. Будет тупо. По минус 2 ская будет. А этот сет пятером. Ля, ты прыгаешь. Гоу, пофиг. Пофиг. Опа. Хорош. Ого. Только не ботл, пожалуйста, дай мне. Опа. А я успел. Оп. Смотри, как могу. Жесть. Вот это я напихал ему. Он стапа был сбил. Он чисто потерялся на тинике. Жесть. Это я ему напихал. Это называется, когда игра... в безысходном положении. Я честно так рисканул сейчас чисто этим. Вот так сделаем сейчас. То есть он мне off cover. I have a personal courier of your. Thanks. Так, хорошо. Терраса есть, можно поесть. Хорошо. Там дизарм, кстати, у ЕС в промахе будет. Ну, будем покупать Радиант сейчас. Куру. И Володя. У Володи будем покупать с Радиантом. Главное, чтобы варды стояли. Варды будут стоять, мы будем тянуть еще эту игру.
Давайте вот так сделаем. 29, блин, фрагов налупил. Хорошо. Ребята на миду драку, да, затеяли? Это плохо. Момник там бегает. Но момника сейчас быстро убьет, я думаю. Вообще там лютый. Бежит просто. Саленсера убивают. Речи делать, суицидится скотина. Но хп нету, тенище под ногами будет. Надо уйти. Тени под ногами будет. О, реген. Отлично. Пацан специально на этом подошел. На ИЕСе. Понимает, что про дамаг будет какой-то. Раздамаг какой-то будет. На меня. А Омник вообще не понимает, как играть эту игру в целом. Ладно, будем пытаться. Главное нам не ошибаться, сделать раден с одной стороны, всегда будет подпушиться. Это радует. Это пушит. Ой, это пушит, это радует. Так, сикер топ с башером. Аккуратненько. Вот это сделаем. А, заблочить тиммейта, чтобы он не заблочил кэмп. Не выполнено. Повалено. Кэмп, ой, кэмп. Mission failed. Шард у Тиника. Портретка есть. Блэйд Кинг Бар. Опса. Вот, фармлять. Еще шард надо купить, муновый. Но сначала Радиенс сделаем, потом шард. Радиенс, курьера, потом шарды. Одна драка, в принципе, у нас хороша будет. По шмоточкам. И байбек держать. Гоу, СР, Р, есть. Так, и 2600 золотишко имеем. Го. Гет, хер. Финик там. На миду бушует. О, хоста. Хорошая руна. А можно попаду. Задушишь? Нельзя хп терять вообще мне тут. Вот так сделаем. Уп, отлично. Уф, хорошо. Его мид. Финик еще живой. И сало. Отлично. Ну, это пол радика. Сейчас еще мид снесем. Если мид снесем, то сразу радиенс, я смогу еще сторону подпушить. Как классно, что я могу быстро пушить. У меня есть на это дэмэдж. А скай. Гоу-гоу-гоу-гоу, пацаны. Становимся прям в хг. Подходим чуть-чуть. Тиника с руки побить. Пуш. Куда вы уходите, пацаны? Заберем еще, наверное, да. Пуш, 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 бараки. Пофиг на этого тени, бараки, бараки, бараки. Мартретки ГГ там, да? Хорошо, бараки забрали. Б. Если я прыгну за ним, я тоже умираю. Они в пятером стали. Они в пятером стали. В пятером стали, пацаны. Так, у меня сейчас не будет байбека. Имеет ли смысл радик брать? Возьму. И наверх. Все. Пошел сплит.
Пошел сплит. Курочка полетела. Минус мид это хорошо, но это положение в игре не сильно меняет. Не сильно. Хорошо, Радик пошел там. Тревел было бы хорошо. Делаем. Деф. А, на ХГ. Делаем. Оп, хорош. Тревел хорошо бы мне зашли тут в этой катке. Эх, нам мид сломает, да? В ответку. Санем. Вот сюда, ребят. Курьерчики. Бить с руки. Не могу бить с руки. Мне главное не сдохнуть. Сдох. Байбека не будет. Байбека не будет. Байбека не будет. Но если тут подпушат крипы, будет очень хорошо. Радиенс остается у меня тут. Ребята там дерутся. Жестко. Там пуш. Там пуш еще. А это плохо, не с пушем. Гоу на мид, на курочке. Хорош, ребята, там порется. Еще, может, яйца убью, пацаны. Это, конечно, будет ржомба, если я его просто радиком запилю. Но надо попробовать. Эх, крипы есть. Вижена нету. Вижена нету. Нету. Стони Гиант, байбэк, кстати. Байбэк, Стони Гиант. Хорошо, вот так делаем просто. Хорошо, го туда. Кура. Это такой бред на самом деле. Что происходит сейчас? Опять та же катка, что первая. Норм. Хорош. Фармим. Чикен макнагетсом. Отлично. Все. Вставляем вот тут так вот куру. Пусть висит. Я думаю, не должны забрать. Сейчас 200 золота есть. Крипы постоянно на топе будут подпушены. И если что, еще вторую куру возьмем. Чтобы так же делать. Тревел надо. Я бы топ, блин, подспличивал. Топ я бы сплитил. И было бы круто тем, что я бы смог. Yes, там, да? Я бы смог спокойно полететь, если что. После трона. Надо куру прятать. Сюда гоу. ВП, пацаны, надо байбек. Байбек надо. Тинкер вардит. Вот сюда вот так вот. Хорош. На байбек, ребятки, оставляем. И тревел надо на фарм. Ох ты, крыса. Смотри, что делает, он не пробивает. Вард поставил он туда. Там вард стоит. Надо быть аккуратно. Надо быть вард. Подснять. Так, есть байбек. 1800, но не будет у меня тэпы в драку. Тэпа в драку не будет. Будет просто байбек, если что. Это плохо, конечно. П. Блок на топе. Сюда делаем. О, все, ГГ, пошло дело. Пошла моча по трубам. Все, омник нажмет ульти. О, рефрешка. Так, выводим куру наглу. Омника забрали. Все, Б. Момника забрали, уже GG. Смысл там? Кому там помогать уже? Омник ульт не жмет, ничего не жмет. Че, и клок пошел, да? Пробовать запушить. Я далеко, жесть.
Далеко, просто жесть. Не успеваю. Так, кто там? Три. Внизу, да? Я убегаю. Тревел надо купить, ребят. Тревел надо купить. Гоу тревел, блин, тревел я не принесу. Ну топ, остаемся. Четыре героя мид. Я вот тут под вардом хожу. Я могу тут умереть сейчас. Гоу ТП на базу? Да, ТП на базу надо есть. На базу. Гоу ТП на базу. ТП на базу есть. Хорошо. Сейчас будем драться. Глобалочки пойдут сейчас. У них нет, кстати, глобалок-то. Хорош. Буду драться. Я же драться пришел сюда. Оп, дай два. Ай, кур забрали. Не доконтрил. Ладно, бью с руки. Вот этого заберем. Души с руки. Хорош, но я куру потерял. Тини там, тини, тини, тини. Криса, а? Все, ушел, да, пойми. Души его. И не поможет сейчас ему. Успей даггер откатиться. Хорош. Хорош. Жалко, что я куру прогулял, мне не доглядел. Не доглядел. Не доглядел я. Байбеков, надеюсь, не будет, чтобы мы снесли одну сторону. Хорош. Вот она, заветная сторона. Пока вместе не стоять. Хорош. Молодец. Глобалка. Го-го-го. Не спобьем чуть. О, нифига ты крутой. А, не. Б. Если поймает, убьем. Б. Чизи еще есть там. Так, ну это муншард. Это муншард, пацаны. И курочка сейчас реснется. Володю надо в курочку. Володю надо в курочку. Шард возьмем сейчас. Курочка реснется. Байбек надо. Хорошо, 1600. Но байбек надо строго фармить сейчас. Строго фармить байбек. Иногда забываю, что с руки надо бить. Так, ну теперь я могу низ тупо постоянно в подпуше держать. Б. Б, бро. Аккуратненько надо закончить эту каточку и все. Они мид зайти не могут. Так. 7 секунд до курьера. И низ постоянно под пуш надо будет держать. На топе у нас крипов много. Все, полетело. Го еще. Блин, опасно еще покупать. Еще покупать опасно. Опасно пока что. Все, сейчас. Опа, ночь. Пойдет еще дефицит, сикер. Если я быстро нажму, по идее, я его убиваю. А, я все спалил с кирасой. Кираса спалился.
Хорошо, байбек фармим дальше. Сейчас крипы помогут нам. Сикер. Хорошо, вот тут повесим. Повесим. Фармим байбек. Я думаю, мы тут все под вардами стоим. Все очень хорошо, конечно. Б. Тут сделаем. Сюда. Shut up, chicken. Все, низ у них постоянно будет подпушен. Ой, трош. Напишем пацанам. Уч, ты чё там делаешь? Вообще там опасно стоять. Хорошо. Топ спушли. Ну, сейчас полегче будет. Я низ буду подпушивать. Это две глобалки будет. Кукур сюда. Две глобалки, хорошо. Понял. Езу найдет. Езу найдет просто. Я, скорее всего, умру тут. Драться с руки. Хорош. Драться с руки. Драться с руки. Вот здесь подконтрить. Драться с руки. И это что за лютая катка? Пацаны. Драться с руки. Что за лютейшая катка? Гоу, вот так вот делаем еще теперь. Раз. Два, по-моему, не хватит, да? Три. Четыре, не хватает, блин. Жесть. Не хватает на скаде. Ой, на скаде. Сколько там? 1800. Его подфармим еще. Я тпхнусь. Пхнусь. Хватает золота. Сейчас, ребят. Сейчас уже тпхнусь. Продаем. Задумка провалена. Пэшимся. Хорошо, ломаем. Должны мега крипов делать. Мега крипов. Мега крипов. И это чё за жесткие катки? Чикен макнагетсы. Энкс. Уджоп. Ну, омник сейчас затащил просто. В этой драке. Ребят, просто. Ну, аплодируем стоя. Хоть он и так плохо все нажимал, но... Нужный момент, не окакались просто и сделали. Жесть, чё за лютая катка. Чё за лютая катка. Опа, рипл себе, понял. Опа, полетел. Я буду драться уже, чё варианта нет. Наверное, уже тут улетаем. Это жестко. Так, радик есть, можно поесть, даем промахи пацанам. Опа, опа, опа. Там за курочкой. Shut up, chicken. Так, но мы еще не выиграли, уже обрадовались так. А, уже все, ГГ. Ребят, ну я не знаю, на самом деле на ваш суд гайд официально окончен на Sky, ну потому что это уже все. Типа, напишите только в комментариях, нужна ли вам катка в четверке на данном персонаже. Нужна ли вам катка в четверке. Ну и в принципе все. На этом гайд у нас, друзья, окончен. Спасибо, кто посмотрел. Напишите свое мнение, какая катка вам понравилась больше. По-моему, ластовая в керри, по-моему, самая пушка. Это жесть. Но все три катки, они на самом деле тяжелые. Не сказать, что катки легкие. Ну и, в принципе, все, ребят. Не забывайте поставить лайк хотя бы за такую катку. Но это просто мощно. С вами был Xenazus и до скорого.